Выберите. Сафрон, биф, бейкон, бейкон. И там те. 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 От кондов те. Нет. Есть. Какой чай тоже? Какой? Black tea, скажи. Black tea. Black English breakfast? English breakfast. Скажи, yes, English breakfast. Чё? Зачем мне black? Нет, это так чай называется. Что ты взял? Ну спроси по-турецки, я сделал. Да, такой чай не называется. Ты же мне завтрак принесу. Нет. Чё, просто чай зачем? Чайок панда? Evet, biliyorum. İngiliz çay var ya. Tamam. Dur, buyur. Ты заказал что-то, Костян? Не, вы закажи мне тогда chicken roasted beef. Тебе тоже? Да. Ты чё? Да возьми что-то другое. Ладно, подожди. Дай мне, блядь, время выбрать. Скажи, что это все пока. Потом пусть подойдет. Чтоб не стоял. Азим. Лагает? Азим. Да, бутрейт не Азим. Подключись. Азим. А. Скажи, чтобы все. Пусть потом подойдет. Не, вроде чуть поднимает. Кидака 40. Пацаны, нормально лагает? Он наверное спарщик. Тут Wi-Fi есть. Нормально вроде. Стоит по чуть. Ладно, пацаны, нахуй. Всем привет. Похуй, ты чипс платишь сегодня. Ебать тут цены, блядь. На одно блюдо хватит так. А там не. Что такое, блядь, catch of the day? Типа, словили сегодня и прям сегодня выдают? Где злой скоро приедет? Салаты, блядь. Ебать холодно. Что холодно? Бля, пацаны, вы какое-то место пришли? Я не знаю, меня выебут жопу сейчас за то, что я стрим запустил, мне кажется. Ты подключился к Wi-Fi? Не. У тебя работает интернет? Вроде нормально. Бля, да. Пиздец, у меня вообще ничего не грузит. Да я подключу. I love Cipriani. Чего? I love Cipriani порой. Битрейт маловато, блядь. Сколько? Ну, вроде, блядь, не падает стрим хотя бы. Покажи. 1500 пока что. Ну это хуёво, у них там лагает, наверное, пицца. Да, я про это и спрошу. Еще и задержка будет. Киприани, I love you. Бля, что за пароль, да? I love you. Бля, прикольное место. Подключиться, блядь, к Wi-Fi, думаешь, поможет? Ну попробуй включиться. А чат лагает? Ну, у меня работает, хорошо. Ну, это тогда, когда если мы будем уходить, и придется крашить. И подключаться к мобильному. Не, он сразу подключается. Крашит меня мама. Да похуй, крашит. Сейчас подожди, пару терпим. Назим, сколько мы должны за уксус? Ебать. Какой жирнич, блядь, батя, у тебя жирнич, сука, хуесос. Ой, бля, ты молчи, я думал, ты там что-то перезапускаешь, молчал, ладно. Так, вроде не лагает, ну все, короче, я просто думал, блядь, что делать. Ладно, погнали выбирать. Вот здесь пицца, блядь. А, духовый бар, бар, меню, бар. Тут пицца стоит 400 лир, это косарь рублей получается, да? Блядь, пицца стоит с каким-то Валентином. Где? Валентайн, нахуй. This is the cocktail, this is the wine. Yes, thank you. А, не, пицца. Макс, дай коктейль. Orange juice? Yes. Thank you. Подай коктейль. Иди ты нахуй, сука, блядь, мразь. Ты опять волосы не помыл после моей спермы? Блядь, Симон, ты нахуй. Твоя мать не моет. Ебать, она агрессии что-то запустил. Сорян, сегодня не будет агрессии. Дайте мне раздуплиться, блядь, давно ни разу не стримил. Так, дайте мне выбрать что-то. Так. Пацаны, что вы будете вообще? Baby shrimps из авокадо. В смысле, блядь, ребенок креветки нахуй тут продает? Карпаччо, стейк, бури-бури, папа пури-пури. Что это, блядь? Папа аль помодоро. Азим, как всегда. Бури-бури-бури. Скидки, печенье. Посмотрите, на чипса. Чип, что ты будешь хавать? Печенье. Не знаю, хуй с маслом доедать. Ты чай будешь? Нет. А чай кому принесли? Мне. Что за хуйня? Знаешь, какая тут текила есть? Какая? Называется Каппа Писко. И чё? Красава чипс. Ну, чтоб молодой. Макс, а ты заказал что-то хавать?
То я? Да. Да. То есть я один не заказал хавать? Да. Ебать, я вообще еблан, что ли? У тебя денег нет в этом ресторане. Факт. Бля, пицца фор чиз есть такая. Да, блядь, тебе пиццу я заебался есть, и так каждый день её ебашу. Ладно, похавай тоже, так курит. Да, блядь, хз. Она пиздец. Мартит, роста чикен, алла романа, весь мэш пытается. Да надо её брать, чё брать ещё, блядь. О, возьми за 3500. Чё это такое? Хол турбот вистоматес. А, там 1.5 килограмма какие-то хуйни, блядь, наложили. Турбот, вот там будешь. Мы посмотрим, какой-то, блядь, в Олимп на заведение для бизнесменов, нахуй. Ну, похоже на бизнесменов. Винная барная карта. А это что? Вино. Салатику ебешь, я смотрю. Нет такого ничего. Салаты. Бури-бури-бури, даунтаун салат, with red prawns, авокадо. Ебать, что это за салатик, смотрите. Даунтаун салат. Это просто чудо ночи. Ну, просто центральный салат. Да? Да. Это? Вот, блядь, название салата, сука. Короче, закажи мне тоже этот блядь, чикен ростед. Бетан? Да. Бетан и чай. Несется, ебать. На олигархичах. Ай-яй-яй, да ей же, ебать. Не, ебать, вкусно хуйня. Че? Пиздец, вот это. Если что, то все в костюмах, а мы в кофтах просто как-то. Назим, передай привет чату. Че это, блядь? Это турецкий привет. Угу. Как? Покажи еще раз. Че, блядь, еблан? Инопланетянин. Походу, не турецкий привет особо. Ладно, немецкий. Опа. Бля, зим вообще еблан. Осуждаю. Чего, немецкий? Понял. Чипс, ты на***ешь чай? Я начинаю пить чай. Ты будешь что-то пить? Нет. Батя, что по ложке нахуй? Блять, может закажем что-то на контент дорогое, посмотрим. У нас налички не хватит, вот этот контент точно будет сегодня. Мне дай бог 1500 лир есть с собой. А, вопросов не имею, да. А, не, у меня доллары с собой есть еще. Сколько это денег? Золотое правило стримера есть. Кто зовет на стрим? Ты сюда звал, блядь, ты платишь. Это, кстати, факт, но ты сюда звал. О, один. Пацаны, блядь. Я похуй. Как вам местечко такое? Пробуем чаёк, ебать. Как-то тут всё на дорогом пахнет, я ебал. Шары, будет, бля, иди нахуй. Сегодня не казино стрим. Первый раз в год. Настян, давай шампанское ебанём. Тебе тоже ростик? Можно. Ростик? А? Ростик. Да, ростик. Метан, да, ростик. Метан, да. And one prosecco, please. One prosecco. Yes. Пиццу не хотите? Нет. И на все по себе. Ну точно хватит бубок? Ты про человека взял бутылку? Вы скинули злому, кстати, меню? Да, да. Ебать. Сейчас злой охуеть, где мы сидим. Он охуеть написал. Чё написал? Охуеть. Он написал. Обстановка тут нет, обстановка тут прикольная, блядь. Охуенно. В подвале, блядь. Курить продукты или курицу, или рыбу. Необычно. Вообще похоже, как будто мы на корабле плывём. Не? Угу. На Титанике, блядь, сидим. Бля, давай, давай чёрную икру возьмём, 5000 лир. Где? Черная? Это 20. Я икру не люблю. Это 19 тысяч рублей. А тут сколько это? 100 грамм? 50. Десерты, кстати, десерты дешевые, чипсы можешь хавать, сладкое. Сибас, это что было? Рыба? Супы, паста, ризотто, да, блядь, зову по коня. Рыба. Кофе, ну, блядь. Ну, возьми ему, если из рыбного. А что это вот это написано, Назим? Ты же не это вот лиром? Этот будешь брать, не Wild Сибас? 690 лир. Water or soft drinks. В смысле, мы за воду 700 лир заплатили, блядь? Да, причем нам 10% её... сервис. Причем нам ее просто принесли и налили. Мы даже не заказывали. No. Человек просто спросил, какую воду я люблю, блядь, и сразу взял меня 700 бабок. Ну, кстати, дохуя как-то, ебать. Это 700 лир, это... Не, сервис. Плюс сервис. Что плюс сервис? 690 лир, это сервис и вода. И вот эта хуйня. В смысле, а 10% от чего тогда будет, что? Бля, Зимбек это просто пизда. Thank you for sunshine. Нет, это короче, наверное, может безлимитное количество воды и чая.
770. Наверное. Спасибо. Это что такое? Что, вкусный чай? Чай? Имба. Бля, вот это просто пизда. А что это такое? Я не знаю. На, последнее, но это очень вкусно. Это хлеб такой горячий был. Артур, сибас, слышишь? Артур, сибас. Ты какого, вот этот хочешь заказать? Вот этот? Нет. А, стой, бля, там пизда. Нет, сейчас такого больше хуй. Две персоны, там килограмм сибаса. А, там килограмм, оказывается. Чем он такой? Ну, мы взяли роста читер. Синяки, да, это освещение такое, блядь. Вот видите, по цвету оно заебись. Скампи — это рыба? Что? Скампи — это рыба? Сейчас, стой. Быстро загуглим. Здорово. Скам. Ся. Скам. Да не слышу. Это нормально вылежу, блядь. А. Оу. Хочется спать немного, не выспался, на самом деле. Можно. Бля, какая-то хуйня, Макс, мне не понравилась. Я доем. На. Хотя ебани по столу ради контента. Чтоб меня выгнали нахуй отсюда, блядь. Да, в Миннесо, зайдем, там возьмем. Сколько стрим идет? 10 минут. Отключись к Wi-Fi мне. Ага. I love you, Киприяне. I love you. Ладно, чат, рассказывайте нахуй. Какой сегодня день вообще недели? Я вообще не сейчас, блядь, нахожусь. Да. Смотри, Black Angus Beef есть. Чё, блядь? Этот мясо. Ебе, зима, головой в стол. Ладно, два плюса в чате, ебашу. Ага. Main course или салат? Когда последний раз кончал на писю? Если салат как или как еда? Не было такого вообще в жизни. Скилса, ты как дрочишь, ты себе кончаешь на живот? Я себе нахуй кончаю в рот, блядь, сразу. Ебать ты на агрессии, вот это... Мы сейчас типа русские, ебать, они сейчас слышат нас, мы думаем, сейчас долбоёбы. Ты что, не можешь подключиться, блядь? А? Там, кстати, да, реально русскую речь слышно. А, всё, да. Не, Костян, я в туалет обычно. Ты прям туда? Прям в унитаз. Ебать, музыки не хватает, чуть-чуть тут, а? Алло. Да, что-то я кого-то... Пусть включат. Можешь попросить его включить Скизор Амбассадор, пожалуйста? Скизор Амбассадор. Блин, врубить. Когда последний раз кончал... Блядь, иди нахуй, что ты вопросы спрашиваешь? Костян только что 3 секунды назад чисто себе до живота кончает. Я просто не дочитал до конца. Там чел еблан. Блядь. Вайфай не может подключиться, сам не может пароль из себя. I love Киприяне, блядь, они you, блядь. I love. Че, нажрался вчера пиво? Вадим, ты уже тут ел? А? Ты уже тут ел? Не вчера. Один? Да. Yeah. В одиночку? Да. Yeah. И что ты тут заказал? Вот этот рост чистым. Угу. И ты решил опять его захавать? Да. Потому что это понравилось. Понял. Если скилзу накачать на голову, может волосы лучше будут расти? Угу. Два раза быстрее, нахуй. Значит, братишка. Бля, Чипс, у тебя какая-то прическа сейчас четкая получилась. Он аватар. На аватары. Он антимага похож. Во. На анга похож. Антимага. О, ебать, а в зеркале вон. Сделка. Потише можно? Сделка, блядь. Антимаг момент. Можешь крикнуть? Потише можно? Тише, бля, сейчас тебе подойти баллар, чтобы... Потише можно? Да не надо, блядь, ты еблан. Чё они орут, блядь? Ты, блядь, громче орёшь, чем они, нахуй. Я ещё слова не скажу. Новая личность антимага, блядь. Чипс, ты ещё любишь играть в доту, кстати? Что? Ты ещё играешь в доту по ночам? В смысле, мы играем с вами в комнате, Даша. Ну, а, кстати, а хули они на тебя пиздят пока, если ты лучше им они играют? Ну, потому что, блядь, мясо выёбывается. Ебать. Нет, чё, давно. Какое говно, блядь? Вот это тоже сидит, сука, одна. Это вообще крип. Не умеешь играть. Ладно, ну, блядь, он крип, а зимно кто лучше, он или Ванёк с Дашей? Он, конечно. Ну вот. Но Макс лучше, чем он. Чё, я? Макс понятное дело, Макс ебашит на хаос найти, вообще с кайфом. Что понимал, он на Огра собирает сначала рецепт, потом тапки, блядь. Кто?
ну, я? Мидас, да, Мидас отбирает. В смысле, сначала ты ебанулся? Да, ну, да. Ты сразу перчатки ебашишь и Мидасик. Он без нихуя просто сразу Мидас ебашит. Макс Радик на бресте собирает. Мы тогда эту игру выиграли, по-моему. Благодаря мне, я считаю. Мы... Радик на бресте играли. Да, вообще кайф. Там против кого-то сказали, что не надо собирать его. Против кого? Против Никса? Не помню, кто это был. А что, против Никса не собирается Радик? Ну, неудобно он играть, он Карапас ебашит всегда. А, в смысле, если Карапас нажимает Радик, и ты станешься? Да. Ебать. Ну, это хуйня мини какая-то. Когда Дота? Хуй знает, когда скоро соберу думы. Дота вчера была. Я уснул. Пацаны, не хотите масло уебать? Нет, за него платить надо. Не трогай. Ты чё встаю, Влад? Чугунда когда будет? Все, чугунда нахуй, все, зашкварилось. Угу. Я сегодня... Блять, я разучился нахуй разговаривать, блять. Соберись, Костян, нормально. Говорю, подрубил нахуй просто, блять, побазарить. Ты хуесос? Нет. Чисто чат почитать. Сегодня. 1000 рублей, не ебашу стример, скинул. Не, я казино стример. Дальше. Просто чуть отдохнул, Казика там денек. Заебался, да, выигрывает. Да уже эмоций мало приносит казино ебаное. Ага, только выигрывает. Че? Охуевший, бля, каждый день выигрывает. Еще сидит, бля. Так и че, блядь? Ну выиграл я и проиграл. Что поменялось в моей жизни? Какая у тебя самая последняя большая покупка была? Что ты покупал дорогое? Да я ничего не покупаю, вот именно, блядь. Дорогое, что, блядь. Что бонуска нахуй бананзе, блядь. Не, бонусы бананзе. Самая дорогая покупка моя, блядь. Ты сколько покупал? Не, ну реально, я чуть-чуть такую квартиру, типа, не покупал, а просто, типа, снял задорого. И все? И айфон. Ну и шмотки. И шмотки дорогие не покупаю. Ресторан. Ничего такого не трачу, в принципе. Надо что-то купить. Купи сейчас машину. Maybe что-то куплю. Да, блядь, машина у меня, сука, нет прав. Я тут в Стамбуле не хочу кататься на ней, я разъебусь, мне кажется. Это ты не получишь права. Нет, можно. Не, ну с этим с ВНЖ, по идее, могу получить. Можно? Да. В смысле, как это? Привет, Костя, можешь дать поебаловский лзу, чтобы зубы вылетели? Турецкий? У кого, у меня? Турецкий прям полноценные права с ВНЖ? Не полноценные, но в эти время. Красава. У него... А сейчас не то время, чтобы зарать все подряд. Объясните. Ну да, я коплю. Интернациональный вот этот хуйня. Я уже съебался нахуй, полтора года ебашу казик, коплю, блядь. И типа уже чуть меньше эмоций от казин допал, когда типа мне уже похуй там, что на экране происходит. Закупилась, не окупилась, бонуска уже поебать. Да, пиздец. Ну, вчера так было хотя бы. Не, ну, как вариант, можешь себе свои деньги просто въебать в казино. Ну тогда да, тогда будет интереснее, блядь. Интереснее. Не, ну пацаны, хотите стрим на кике, нахуй, на стейк дайпаем, блядь, полляма долларов? Да. Ебашим по 1000 собак. По 1000 долларов? И как трейн потом будет... 500 спинок будет. А у меня даже полляма нет. Где-то 600 тысяч проебал. Чего? Долларов. Мало для него. Полляма, он миллионами дэпает, нахуй. Но он там, меньше стоит. Вы видели, там Рожтайн стримит на кике, нахуй стейк. И одновременно стримит на Твиче другой каз какой-то. Гений. Пиздец. Просто надо еще на Дилаве что-то подрубать. Нахуй третий просто каз. Три казика параллельно причем, нахуй. Надо тоже так стримить. А что это раньше? Блять, реально можно на кике стримить, когда на Твиче стримили, ага, блядь. Ага, тебе пизданут кто-то с этой. За что пизданут? Не знаю. Реально, ты просто купил еще один комп, открыл нахуй там браузер стейка, нахуй стримишь на кике в этот момент. И меньше времени тратишь, ебать. В смысле, зачем один комп, еще один? Ну, чтобы два ОБС открыть. В смысле? Не, с одного ОБС. Можно же просто стримлап скачать просто и все. А, ебать, кстати, да. Или любую другую программу, сплит, хуй знает. Кстати, да. Можешь стейк запустить просто на Твиче сразу? Да, хорошо. Ну, ты реально так перепутаешь, уебешь стейк на Твиче прям нахуй. Злоебую, да, сейчас приедет. Кусочек, здорово. Вы что, пацаны, сюда за злым нахуй пришли? Сейчас мы его ротик выебем. Че, Стас вчера что-то выявил с 400к вообще? Нет. Он сделал бонус-бай. От бонус-бая из 400 у него осталось 300. Начал крутить по косарю, слил до 150. И за 150 взял бонус колоновый и все въебал. Взял фрутпать? Не помню, он там духе все брал. Понял. Что ты опять? Бля, ну у Стаса сука сейчас месяц по 400к, блядь, ебать, сука, кайфуля. Yes, sir. Chicken ne var? Başka? Allah Romana var bugün sadece. Yani sosu tavukla aynı yine but geliyor, kalça geliyor. Üzerinde soğanlı, ançuveli genel anlamda bir sosumuz var. Hangisidir? Bu? Şu
şurada. Ha, sadece bu var. Evet, tavuk olarak zaten tek çeşitlememiz var orada. Ты предупреди, мы платить не будем сейчас. Кадим, скажи, что у нас денег нет. Балок olarak sadece bu mu? Yani sadece derken 5 çeşit balık var. Bakarsanız. Bir tanesi büyük, bütün turbo, kalkan balığı. Diğerleri de dil balığımız var. Levrek var. Bir tane de roasted chicken olsun. Bir tane tavuk. Мы тут за roasted chicken пришли, и все. 5 tane tavuk mu? Yok, zaten 4 tane söyledim. Сколько стоит вообще? Ha, söylediniz mi? 500 lir стоит курица с картошкой, блядь. Да. Тут вообще пацажоку нахуй. С кем? Это 2000 рублей. Это пиздец. Это очень дорого. 1000 гривен. Önden bir şey söyledin mi? Bir şey ister misin önden? Beraberinde önden bir şey istiyor musun? Söylediniz mi? Söylediniz. Yok söylemedim. Bunu hiç o da ispat kralı. Kısan зубы нахуй ему выбей. Ты че ебан? Когда салат заказать отсюда? Да вот закажи с кукумбером. Он без всего, он просто вот этот второй закажи просто и все. Он... С кукумбером салат и черри томат. А? Не вкусный, без авокадо. А вот это сверху? А, у них у всех авокадо. Ну что такое baby артишок? Это грибы? Нет, артишок это, по-моему, что-то морская хуйня. Нет, разве? Камеру подрежь, а что она грез? Хочу писать туда деталями. Хотите, я продру камеру, как этот, как какая-то телочка сиськи покажу. Я не хочу показывать, там Пузямба будет прям по таким ракурсам, как уже Рафика, блядь. Найтизи, пусизи, фантизи. Чел, я уже реально на фантике играю, мне потому что уже похуй. Ну поебать, что будет подача на хуйни. Ну а чат, мне пришла в голову идея, короче. Сделать пародию казино-стримов на каждого стримера Казика. На Стаса, на Егора Карида, на Бустера, на Эвелона, на Злого. Только надо прям реально качественно сделать. Дим, что ты заказал нахуй? Что? Чел, я это буду есть за 500 лир? На Макса? На Макса можно тоже сделать. Макс не человек часто стримит Казик просто. Да не, я просто сижу в бонуске, покупаю молчу нахуй. На Ванька можно тоже ебануть. Ортая? Ортая? Он же сойдёром, хэргэ сос дейшебилио, калукта. Не могу понять, это вкусно пахнет или нет. Соус. На плохого парня, да, на плохого парня тоже. Чат, только когда я буду на плохого парня делать, вы должны притворяться тоже. Чат на плохого парня, типа там попросить меня сходить пописать, смеяться там с бури-бабури и так далее. Нам устроят тоже обязательно. Блин, нам устроят, и надо шлюк заказывать, походу. Roasted chicken, ala romana değil, munyana vardı, munyana değil mi? Lan chat, вы бы это съели нахуй? Makbone. Makbone vardı. Sade tavuktu sadece o. İstiyorsan bir tane daha gelecek ki onu öyle yapalım. Gerçekten bayağı ol. Bre, ebay sadece de koyan vardı herhalde. Bir tane daha ekstra istiyor. Çıta sürekli tavuk. Bir tane daha ekstra geliyor değil mi tavuk? Bir tane daha geldi şimdi. Tamam. Что случилось, Дим? Забей. Ничего случилось? Я не хочу говорить. Почему? Я расстроился. А что случилось? Я не хотел это есть. А что ты хотел? Я другое. Что другое? Я там другое заказываю. Оказывается, для каждый день меняется соус. А. Что, как это вообще не вкус? Я ебу. В прошлый раз тут был нормальный соус, а в этот раз это, блядь. Он без соуса был просто. Ну все, блядь, будем есть сосиски нахуй. Да вроде нормально, слышишь? Это 500 лир. С голоду не пропадем. Такой кисленький вот вест. О, пюре хотя бы нормально, ебать. Пюре прям так не взлетает ручки. Кого ебать-то? А? Кого ебать? Меня в жопу. Это выглядит норм.
Бля, как-то дохуя, какая-то порция слишком большая. Я вчера то, что я заказывал, они кусочка были. Так вот, тут три кусочка. Ты сказал, нет, тут два. Ты зашел сюда посмотреть вчера просто. Блять, куда положить? Ебаный телефон, нахуй. Да, ладно, вечером приду. Ты придешь вечером сегодня? Зачем? Хочу эту курицу попробовать. Ладно, она тоже вкусная. Звук нормально? Блять, я вилку окунул в это дерьмо. Да пойдет похуй. Тут тоже три кусочка вообще-то. Ну, он вкусный. Он намного вкуснее был. Я Артуру такой заказал. Какой? Ебаный хуй. Так не ешь, оставь это Артуру. Да, скажи. Да, блять. Девочки, вы упали, блять. Там еще деревенские эти были. Картошки. Ты что, Костян? Я чат вырубил случайно. Блять, а че я рубил, кстати? Я рубил какой-то чат, он ли... А здесь спроси официанта, будет он со мной чай пить? Или я один буду нахуй? Да, что я наделал? Как сейчас рубить обратно? Давай. Дай. Свайп надо вправо. Влево надо. Свайп точно. Не, слушай, что не работает. Что там? Там, может, он отключил в настройках? Сверху. Я не знаю, что ты сделал, ну-ка, честно. Дай. Не, походу свайпнул, там что-то было. Да дай, дай. Костян. А вот, все. Сделал? Сейчас вы тут? Я, блядь, сука, как есть на камеру, блядь, непривычно, я ебал ту Люсю, нахуй, сорян, Люся, опять. На. Здорово. Ебала жаба гадюку. Как дела? Нет, ты чикен? Бля, пюре вкусное, кстати. И, ну, курица тоже нормально? Это еда с Игор Габара? Угу. Я только не съем. Да. Чикен? Не, пюре вкусное. Курица тоже вкусная. Пюре вкусное. Пюрешка? Да. Пюрешка с кайфом доходит. Блять, битана нахуй. Сука, не падай, блять, тварь. Нам, кстати, надо будет второй такси заказывать. Зачем? Потому что в одну тут 4 лезет. Большую вызовем. Как ты вызовешь? Сюда. Мы сначала же... Опять твой парнишка приедет? Да, покупаться же будем сейчас. Покупаться. Короче, блядь, летит нахуй в ротик. Правильно? Не хочет стоять. Чиль? Да. Мы сегодня с тобой повара. Реально? Бля, охуенно, я никогда не готовил в жизни. Давай лучше мы с тобой сварщики сегодня. У меня получится. Ты так правильно говорил? Как? Говорил. Ну да, как? Как будто, блядь, не сварил, блядь. Не, правильно? Чип, что ты самое крупное сварил в своей жизни? Не, я такое прям ничего не варил же жесткое. Я только либо металлоконструкции, либо просто подваривал КАМАЗы, экскаваторы. Можешь не КАМАЗ сварить? Ты еблан, я не строил, блядь, машины же. Я просто то, что понял, лопалось там, допустим.
Хм. Что-то ломалось. Потом никто не умер. Нет. С чего это, блядь? Самое, что я делал, наверное, жесткое, это... ну, самое тяжелое, я имею в виду. Это, наверное, просто когда вот, ну, работы не было, и я помогал КамАЗистам откручивать эти колеса на КамАЗе. Ебать, это тяжело, пизда. КамАЗистам. Когда колеса, понял, откручиваешь, чтобы поменять резину или что-то поменять. Колесо, пиздец, как тяжело раскрутить на КамАЗе, нахуй. Ну и гусеницы тоже снимать. С экскаватора тяжело. Не надо гусеницы снимать. Долбоёб. Хуль ты смеешься, блядь? Чё? Странная культа. Не знаю, мне сейчас вообще не понравилось. Реально? Да, соус говно. О, тише. Ты чё орёшь-то, блядь, на весь... Масло в салате говно, всё говно. И стоит 2000 рублей за курицу. Ебать, он орёт на весь ресторан, нахуй. Соус говно. Новый мем, как с Бургер Кингом, нахуй. Ебаная мразь. Соус говно. Да как-то нахуй не вкусно. Невкусно? Это я вот сказал сразу. Не, нормально, похуй. Мне особо не заходило. Мы с вами мясо дал. Забейте, это они долбоёбы. Кто? Они долбоёбы, азиатские, сука. Ой. Да я не это заказывал. Нет. Но я это не заказывал. А я их попрошу, чтобы принесли две меню, которые вчера, не сегодняшние. Азим, скажи, мы платить не будем, не то заказывали, нахуй. Скажу, у нас денег нет все равно. Да представляю, мы сказали, нахуй, что у нас денег нет. Там типы в ахуе будут. А что такую ситуацию делать? Где пивас? Нахуя пивас, у меня чай. Фу. Ну и хуйня, если честно, полная. А я не всякую жизнь забываю. Ебать, что не КАЗ? Да ну нахуй. Бухаешь, не просыхаем. Так и вчера наебашился, похуй. Не, всё хуйня, нахуй. Фу, блядь. Станцуй, блядь. Да нет, курицы тоже. Да тут рейсик, дорогой, тут не станцуешь. Сразу вылетишь, нахуй, как пробка. Ладно, сейчас злой придет, давайте себе говорить, что пиздец, как вкусно было, я охуенно, чтобы он тоже думал, что охуенно. Не, может... не, ему понравится эта курица, блядь. Я ему вчера фильм сказал. Вообще, там в меню написано, что должен быть типа сливочный соус. А это да? Какой-то с крыжовником, блядь. Я вот это хочу нахуй ебало. Че, Костян похавает? Да похуй. Да не хуй. Почему? Я как клиент выхожу, похавал? Вчера поел, хочу поесть. Но они какую-то, блядь, какую-то лук приносят. Так блядь, ты начал есть и видишь, что это не то. Ты сам виноват. Чего ты такой, блядь? Ку Косточ, будет вечером казик. Казап, здорово. Бабкин дунк, нахуй. Короче, блядь. Ну че, оценочку давайте ебанем этой курочки, блядь. Вот этот, нахуй, соус. Он воняет говном. Немного. Курочка сама норм внутри, такая, блядь, тут... она как будто без специй, на самом деле, просто, типа, пожаренная в духовке, без ничего. Пюрешка норм, но дохуя. 500 лир, слишком дохуя, конечно, для такого дерьма. Ты говори лучше в рублях, или там в гривнах, хуй знает. Ну, 500 лир, это 2000 рублей. Короче, 2к рублей за вот эту курицу с пюре. Чё, норм? Угу. Ты плачешь, чипс. Не, ну порция ебанутая. Не, ну порция, конечно, большая, нахуй, тут съешь только. Чё? Чё ты ещё спросил? Чё спросил? Да. Ничего, говорю, чипс ты платишь. А, чипс, да, чипс платишь. Ты у меня 500 лир только, блядь. Ну, придётся вот. Натуру отдавать, лучше головой стоит. А, мне уже не 500, я же тебе 100 дал за такси. 400? Блядь, мне не хватает на одну порцию даже. Бля, мне кажется, в любой, нахуй, столовке вкуснее будет, чем тут. Ну, реально, 400.
Бля, пузатая хата еще работает в Украине. Я бы сейчас пузатая хата так наебнул с кайфом. Там вкусно? Там пиздец кайф. Да? Угу. А что там продается? Ну там разный день. А? Там разные вроде каждый день. Ну там типа пюрешка, котлетка нахуй, салатик с капустой, борщ. Там может какой-то суп из чечевицы еще. Всякое такое там. Это, жульен с курочкой, с грибами. Как кофемания. Ты ебанулся? Что? Кофемания ж пиздец дорогая. Чего? У Костяна не касс? Нет, он просто про блюдо. Нет, смотри, справа, справа Докхаус, слева Фиеста, блядь. Выбирайте нахуй голосование в чате, что больше даст. Я Фиеста. Идет мне лучше, блядь, чипом. Ты заебал нахуй? Что ты такой недовольный? М? Чип. Да хуйню принесли. Он тебя понимает, Азим. Плохо. Сейчас буду разбираться. Главное сидит, жрет, давится, говорит, сейчас будем разбираться. Ну а он у тебя голодный, сука, нет. Я с утра ничего не ел. Нет, один так и делается, гандон. Саппорт пришел. Ботом налил. Саппорт. Ласку принес, ебать, записи. Ты заебал мой салат жрать, тварь, блядь. Да на, ешь. На, поставь себе. Я помидор бью. Да на, даешь помидоры. Где злой, блядь? Он сказал, нахуй будет через 20 минут. Крыса ебаная. Когда скилл уже успел вот там встать. Скилл, мне, кстати, твой тикток попался в реках. Найс. С этим, блядь, с аватаром. У меня мои тикток пробегают жестко. Ладно, че, кто-то помнит мои тиктоки, самые такие олдовые, легендарные, блядь? Тиктоки снимал? Супер давно, да. Когда Вадя Fortnite играл. Я помню, но я не помню, что там было. Блядь, заживала ложку. Бля, им повезло, что ты стримил. Бля, помню, кстати, новый тикток создал, залил два видоса, блядь, там по 100 тысяч просмотров сразу набрало. Нормально было? Бля, вода пиздец пустая сейчас. Но тикток вообще впадло снимать. Им повезло, что ты стримишь, говорит. Так бы он не разъебал, сейчас прям здесь. Кто говорит? Говорит, ой, не повезло, что ты стримишь. Азимбек. Да, Азим, верим. Может, не будем злого ждать? Бля, сейчас злой. Короче, говорите, чтобы было пиздец разъеб, чтобы злой тоже. Да, по итогу никто не доел. Я доем. Ну, блять, порция большая, скажем так. Да, просто. Порция ебанутая. Я что-то не рассчитал. Я доем еще. Короче, когда труп придет. Скажите, вы в туалет и уходите. Попроси в Бомонте забрать. Угу. Тут, бэ, вам не жарко? Что-то не жарко, блядь. Чат у нас 17 градусов на улице. Чё? Это настоящий камин, интересно, он там горит? Что настоящий? Настоящий дрова горит? Да, там же видно, что нет. Как ты видишь? Ну, мне видно сбоку, наверное. Там сеточка, типа, настоящий. Это проекция на задних стен, полня. Жалько, жалько. Чат, у вас есть печка дома у кого-то? Вы любите топить дрова, нахуй? У меня была. Я помню, у меня была тоже, нахуй, в селе, у деда. Ебать, спать хочется. Есть такое. Я всю ночь не спал. В селе у деда, блядь, топишь, нахуй, печечку, ай-яй-яй. Да я там пару часов подремал. Бля, я помню, я в детстве спал под крышей, блядь, и над крышей дерево росло. И ветер дул, и, блядь, ветер. И ветки нахуй шкреблись нахуй по крыше, блять. Приятно было? Вообще так неприятно спать было. Реально? Я ебал, да. Ветер с моря дул, ветер с моря дул. Че он забрал? Я на даче хуярил дрова под камин. Дома пустят сюда, интересно? Кайф. Пивко нахуй, село, блядь. Блядь, это такой придурок, это просто... Че-че-че? Ну просто посмотри на его полотенце, нахуй, я хуй вас. Да мразь. Чел, блядь, жопу потер. Просто мразь. Я себя чувствую на корабле. Да, прикольно. Ветер с моря дул, ветер с моря дул, затевал биту. Азим. Красава. Париру-риру. А ты когда ешь, вспоминаешь какие-то кибер-степана? Нет. Блядь, да.
Теперь вспомнил, спасибо тебе, уёбок. Киберстёпа красава. Легенда. Да не, у деда самое охуенное получилось. Попку накормил, ебать. Чё, свечка? Угу. Как-то, блядь, у него с этим, блядь, получилось, как это называется. С эстетикой его. Прямо вы видели сейчас ебало косточек, она пытался это сказать и вспомнить. С эстетикой. Да, я видел его в паблик заливали. Эстетика, понял? Я вот так сказал. Реально? Дай попробуй чай, английский завтрак. Обычный чай черный просто. Скилс, ты бы хотел в Dream Team House? Конечно. Зачем? Чтобы с Милохиным снимать тиктоки. И все? Да. Но там девочки красивые. И что с ними делать? Хм. Дрочь на Ане Покров, если что. Реально? Да. На ее уроке английского? Я вообще... Мне никто не знает, вообще не нравится из тиктокеров, блядь, которые типа популярны. Да? Вообще не знаю. Почему? Блядь, хуя. Мне тоже, кстати. А вот это, блядь, Hey Honey. Кто? Или как тебе там, Honey Girl? Кто это? У которой есть лифт, нахуй, в таге куча смайликов. Строк кидает еще обычно. А, которая это, как... Сука. А, Ханна Хуба. Да. Чуть-чуть перепутал, блядь, сказал Hey Honey. Да я знаю, да. Flex, мы что-то сделали, Flex. Флекс. Флекс. Чипсы, ты даже бы карнавал не заутестил? Нет. Или карнавал Саша Стоун. О, сори, сори, гайс. А что чипс? Там Саша, блядь, камень. Что-то мне стрим папе сразу вспомнился. Камень, блядь, PUBG нахуй. Чат, это правда, что Егор Крис встречается с Миланой Хаметовой? О, Егор Кристал? Егор Крис. А Егор Фри. А Макс, ты же видел, да, Милану? Ты же снимался в клипе, ты видел ее в жизни, да? Ничего, прикольно? Кого? Разъеб полный. Милана Хаметова. На хайпе. Лил Крит, Егор Кристал. Ого, это что такое, Азим? О, вот это разъеб, слышишь? Это нам. Вот это, кстати, хорошо. Я же говорю, они суки. Ай-яй-яй, блядь, и там картошечка, вот это они. Там ещё и рис. Ай-яй-яй. Бля, вот это надо было. Мы поели дерьма, блядь. Сука, Азим, за что ты так с нами, блядь? Это не я. Дай сбоку Артура съедим вот это. Дай Артуру, блядь, давайте остатки поменяем Артуру, нахуй, на вот это съедим нормально. А ты, тебе тоже рис приносили в прошлый раз? Бля, рис. Смотрите, блядь, какая заказал, курочка, блядь. Ай-яй-яй. Я тоже самое заказал, и вчера нахуй другой сегодня. И картошечка, смотрите. Ай-яй-яй, картошечка летает мне в ротик сразу. Ты не жаль, Маша? Нет. Офигел. Просто руками, нахуй. Нахуй, нет? Ты картошку попробуй. Ебать, картошка охуенная. Я нереально его попробую. Я не хочу. Попробуй, блядь, один раз. Ну, попробуй, я не хочу. Вот это, смотри, какой кусок идеальный прям лежит для тебя. Он поел картошку сегодня. Азим, будешь ныть? Отправим обратно. Этот, суки, руками жрете, нахуй, злой предел сейчас. В смысле, взял картошку одной рукой? Сука, побрейте Азима болгарку уже. Распили меня болгаркой. Вы бы рекламировали Казик за еду, а не выданным баликом. Че? А, за еду рекламировали Казик? Ты че, ебанулся, блядь? Сука, как обидно, блядь. Не хочу отдавать деньги. Не хочешь отдавать деньги, блядь? Давай им бонус купим в Бананзе, и она решит, типа, у них будет нахуй запашечка или нет. Блядь, Азим говорит, сука, обидно, обидно, блядь. Больше, чем все съели, нахуй. Да я нихуя ел с тобой, блядь. А сколько проснулся, блядь? Все, захавал, нахуй, до нуля. Проснулся 8, блядь. Давай там одни кости остались, блядь. Хочешь мою курочку доесть? Я вот это доем. Да, дур придет?
А чё Зим терпит иной, то он же может напиздеть на них. Да уже поздно, блядь, я его уже поел. Да, он уже съел просто. Чё? Мы, наверное, пожрали тысяч, наверное, на 25 рублей. За носиком. Надя умеет места выбирать. Зло сейчас приедет, будет платить. Классный, нахуй. Злой больше. Он нас сначала на деньги наебывает, потом в таких местах сидит, жрет, козел, блядь. Угу. Ах, ебать. Чё, заболела десна? На зуб? У меня и так зубу пизда там. Чё, будем разбираться, пока тут уже. Давай, да пусть придет, они... а мы просто уйдем. Пусть они в комплимент хотя бы одно вот это блюдо дадут, еще одно. Тамон, тамон. Опа. Чё? Битан кетчуп скажи. А чё ты колу, кстати, не заказал, как обычно? Не пьёшь колу больше? Всё, знаешь? Я всё. Салат оставить. Вот этот салат оставь. Го, Азима. Побреем, как Мухана. Спроси, Азим, не хочешь постричься наждачкой? Да мы с Азимом ходили постригаться недавно, блядь, он пришел чисто голову помыть. Дурак, что ли? А чё, блядь, они вообще не постригали, нахуй. Постригли? Да, тебе голову помыли, вообще ничего не поменялось. Чуть-чуть. Это реально как чисто на башке шлем мотоциклетный, нахуй. Схуяли вас из профессионатор Ангел? Где АХС? Спроси, сколько злому ещё я? АХСик, блядь, в кустах притаился. Реально горел. Вон сзади. Все сегодня. Он сказал, что Аргентина топ. Денег, что ли? АХС ган топ. Охуенно. Я не ходил. Ну, спроси. Что, туалет надо? Солдо. Слева. Слева? Слева, брачка. Бля, реально хэс. Будешь сладкий? Нет? Какой сладкий, блядь? Мы нахуй наели, блядь, на 25 тысяч рублей, блядь. Ой, бля. Привет, длинный, почему я на гигабар не видел твоего тупого ебла? Иди нахуй. Потому что я не долбоеб. Ой, сорян. Костян, ты бы суаво вискас? Конечно нет, нахуй. Не, вот подумай, ты вообще типа не стримил никогда. В смысле? С нуля там. Я постригся на лысо за 50к рублей у Вади. Давным-давно. Ну это ж хуйня. Это же не жопу, блядь. Ну это да. Да не, блядь, я так под... Да сука, да не. Но если не выкладывать в общий доступ, просто засунуть себе в очко вискас за лям рублей, хули нет. Да не. Ну типа, чтобы все на это смотрели. No thanks. Еще при том, что... Ладно, не буду говорить. Жена и дети? Хотя, почему бы... Я Зим, представь, что у тебя жена, и она потом выкладывает такое видео. Нет. Чё будет? Нет. Чё будет, чё будет? Она вылетит нахуй. С вещами, блядь. Чипсы. Да. Как настроение? Ты похавал? Ты доволен? Да. За 500 лир, нахуй. А что за скилза? Ты, блядь, вчера 200 лир похавал, так что? 200 лир дороже. Ну, чат, смотрите, если я возьму воды и налью себе стакан, вы мне заплатите за сервис? Я типа официантом сейчас стал, на секунду. Мы можем предъявить им, кстати, почему не наливаете. Красиво, Зима, выебал бы. Не буду такое спрашивать, ёбаный хуй. Барашка? Скиллс, мы тебя, короче, как залог оставим, у нас бабок нет.
Да нет, просто трос оставим его. Антимах ебуный. Это злой приедет. Скоро. Когда злой приедет? Он выехал хотя бы, блядь. Да, он писал 7 минут. 10 минут назад. Бля, да, ебать, реал стримить так-то сложно. Рука нахуй устает. Реально? Да. Мне не стоит никогда. Ты уже привык. Надо почаще стримить. Чурдан сходим. Че ты сказал? За батиску просил. У администратора? Не, у официанта. У ХСа? Макс валил, чтобы его платили? Походу. Как думаете, Макс, когда с Юлей в ресторане сидит, он так же делает, когда счет приходит? Да. Да. В туалет. О, он вчера так и делал. Ну, это лайфхак, пацаны, кто не знал. Когда время счета, типа, в туалет уходишь резко. На будущее чипсы. Да не. Я так не буду делать. Ты на мужика, да? Будем ехать закупаться, да? Сколько времени? 15-13, ебать, еще 2 часа нахуй до стрима зло. А зимно эскимос. Для чата, кстати, вы любите чебурашку, нахуй? Такой вопрос резкий. Вы зачем своего работника хавать даете? Ну, блядь, а как он будет есть без еды? Ой, блядь, работать без еды, я раз. О. Блядь, у меня рука болит. Что делать? Меняй просто периодически. Бля. Смотрите, похуй, если мы были бы... Да, ну, если вы были бы, мы не можем. Найти, блядь. Так ты же говоришь, он был тут. Кто, он? Да. Нет. Ты сказал, ты вчера с ним был. Нет, я соло был. Блять, Настя, я опустил телефон, сразу стрим упал. Ладно, не упал. Вроде. А, вон он пришел. Ну там, да, сядь, пойду. Дима, Макса потеряли. Здорово, здорово. Hello, короче. Everyone. Hello, everybody. Витана. Витана кетчуп. Привет. Ладно, где моя еда, брат? Вот твоя курица, блядь. У тебя единственная нормальная курица. Рис? Да, рис, но... Да. Рис и вот это картошка, я тоже. Картошку не будешь? Нет. А почему? Буду рис. И салатик, да? У авокадо там есть. Сейчас бы Диану рис? Да. Да, Дианочку рис. Блядь, брат, время еще покажет. Нахуя, как мне кушать? Сколько мы наели здесь? На сколько? 25 тысяч рублей. А, так вы платите, пацаны. Мне что, рис, курица? Ты Казинтопола стример, ты платишь. Пошли нахуй. На чипса, не знаю. На чипса нахуй еще знать нельзя, блядь. And water cold, please. Cola zero. Hot water, please. О, nice. Тоже моя, да? Забирайте картошку. Я понял, что есть рис. Зачем мне картошка? Ну, желательно мне бы рис не кушать вообще, углеводы. Но братики сказали, что надо. Так это мы закинемся потом. Опа. Тут да. Есть вот эти магазы, все купить, да, бро? Ну такую курочку я бы и сам, наверное, смог приготовить. Такую нет. Mm. Ты че, ебал? Вась, ты что, ебанулся? What's up, Максюш? А что вы кушали? Вкусно? А вы что-то кушали вообще? Да, у нас был тоже разъеб вообще. Примерно так же было. Примерно так же это как? Очень похоже. Никто не поел и нам никому не понравилось, но в принципе нормально. Вы что, серьезно? Ты разъеб курица, рис, вы что? Для пацанов что другое было. У нас в этом, в... Как ягода есть такая? А, крыжовник. У нас курица в крыжовнике в соусе была такая кислая, нахуй. И нахуй. Злой ХС, знаешь? ХС? ХС. Фортнайтер. Архангел? Да. Конечно, знаю. Вон справа. Это я один кушаю? Да, приятно. Мы уже похавали.
Возьмите десертик себе. Угу. Тебе возьмем, сука. Ты, ты на тренировочках. Смотри, вот это один день очень сложно испортить вообще. Да, это очень сложно испортить. Попробуем. Не, не хочу, я так наелся, я же доплевать не доелся. Отрежь мне кусок. Я бро, затащу. А нам сейчас готовить еще и плавать. Положи. Ты знаешь, что мы будем готовить? Что мы будем готовить? Что ты делаешь, блядь? Вы ивланы? Мы я думал, ты просто блинчики. Натрясешь сок нахуй куриный. Мы будем готовить блинчики. Но на леснике. Вот я как раз блинчики не готовил никогда в жизни. Охуеть. Блять, охуенно. Я охуенно готовлю. Блять, бро, ты все охуенно делаешь. И кикбоксер, блять, и боулинг. И 120. Чел говорит, я 120 в руки. Это чел на Новый год нахуй ананасы себе жарил, блять, охуенно он готовит. Кто жарил ананасы? Вот это чел. На сковороде, блять. У кого таблетка вылетела, это чье? Это зубы мои. А твоя таблетка? Да. Витаминчики? Любит жир. Бля, что-то курица хуйня. Хуйня? Ты же не ешь авокадо. Ты ешь авокадо? Он говорит, типа, не надо тебе салат, и типа он не ест авокадо. А когда это очень полезные жиры, ебать, охуенные. Тут не, блядь, какое-то странное место, блядь. Не, ну выглядит охуенно рестик. Mm-hmm. Надо было других хоть блюд заказать, блядь. Ну, хуйни она заказывали, а Зим советовала? Да. Я вот это заказывал. Всем? Нет. Да. Только тебе, кстати. Бля, ну порции ебанутые здесь. Угу. А Зим, ты знаешь, что такое? Чё? Ты знаешь, что это такое? Нет. Ты же хуйно готовишь, Зим, ты должен знать. Это дрова. Бля, забыл сам как называется. Тимьян, да. Тимьян. Как рестик называется? Залупа коня. Ладно, может попиву еще? Не? Да можно. Прям здесь бери его нахуй. По 500 лир, тут нет пива. 0,3. Думаешь? Мне кажется, тут нет пива. Эй, не корона, бро, не корона, бро. Ты же не пьешь, подожди, ты же на спортике. Можем пиво взять с собой туда на кукинг. Нет, туда нет. Будем пиво под пиво кукинг. Здесь только дома уже. Понял. Вы вчера курили, Калик? Мы вчера где-то были, да? Что зашло? Я дома просто. Чип, ты тоже курил? Забить ему. Я не только Калик курил. А что еще? Там жесть были. Газонная трава. Что, блядь? Да он хуйню несет, не слушайся. Серьезно? Это уебало это вчера. Это где ты нашел? Уебало вчера от пива уебало. Микрояв? Да, чуть-чуть битрейт приседает. Конечно, я орал с видоса в видеочате, брат. Скинулся, это пиздец. Смотрел до конца его? Ебать, да, хуя сильный. Я проснулся в 8 утра. Я смотрю, у меня нет сил смеяться. Я его так... Да, это моя имба ебаная. Ты тоже проснулся в 8 утра, да? Да, я хотел орать. Я такой... И, блядь, ну это так смешно было. Я потом думаю, ладно, в обед пересмотрю. Пересмотрел в обед, плакал, пиздец. Там пизда, я говорю. До слез нахуй. Сказай мне... Я не смотрел, кстати. Если мне предложат на кик пойти... Я там буду 2 часа сидеть в видеочате просто. Я буду просто сидеть в видеочате, ебашить. Это ж такой разъеб, пиздец, бро. Это просто разъеб. Да, но на Кике на самом деле именно прописаны правила, как на Твиче. Да пошли нахуй. В смысле? Слова даже? Даже слова. Вот у них правила, знаешь, какое за... есть? Мы запретили там. Да, я понимаю. Ебашим с кайфом. Я, короче, когда Азим тогда зашел и нахуясил запреток, я решил правила прочитать. Тебе налить колы? Сейчас. У меня уже первый раз был. Колы? И тут там правило разжигать или поощрять ненавистические высказывания, которые напрямую нападают на человека на группу лиц. Excuse me, it's not zero. It's not zero cola. Бедный хуяс нахуй замельтешился, блядь. Бля, Вася, я бы сейчас ебал колу с сахаром. Прикинь, у меня этот вот эта тема, что с сахаром. Диабет? Диабет, я бы мог умереть, блядь.
Ну, ты... где этот официант? Сейчас я расскажу, нахуй. На кустах сидит уже, блядь. Так, нахуй. Он уже в зону побежал. Это очень жесткий рез. Он же с днем рождения кого-то поздравляет. Я понимаю, там на районе посидеть, но с днем рождения, блядь, чтоб ты нахуй в аду горел. Ого, нихуя себе. Ты такой негативный, блядь. Позитивный, позитивный, Костя. Правда, что мы будем у тебя с тобой? Будем подкаст ебашить? Да, наверное. С Дивом, да? Нет. Сегодня подкаст? Надо, надо. Я буду пить буратино пиво. Да я хочу Азима синего. Что здесь? Давай покрасим. Сим? Чипс. Чипс. Может, прям сейчас колу заказать просто с сахаром? Скажи одну колу. Витамин кола. Кола. Блядь, ему телефон. Несется зеро. А, ну, точно. Я в стриме, блядь. Я нахуй карман трогаю, блядь, телефона нет. Настримился каждый, блядь. Спасибо, чипсик. И Грегобаром. Может, посмотрим сегодня Грегобаром? На троих. Здорово, ДК. Ну, там что-то пишут? Ну да. Привет. Я ем. Приятного злой. Я не знаю, что это такое, брат. Это огурец чищенный просто. Нихуя. Да, это чищенный огурец. Да. Это не огурец, это другая хуйня. Сука, нет, там на в салате написано кукумбер, блядь. Это другой огурец, бро. Какой? Откуда? Не, блядь, как они чистят это дело? Слушай, как думаешь, какой шанс, что этот огурец был где-то? В жопе Киберстаса? Киберстаса, нахуй. Киберстаса с Степаном. Уже по себе присутствую с собой, блядь. Вкусно. Ух, ебать. А что вы ели? Да мы похоже ели. Такую же курицу только в соусе из крыжовника какого-то, кислая такая. Ну не очень вкусно. Ну соус какой-то странноватый. И вот это картошка. Картошка? Не, пирожка норм. Не, пирожка норм. Ну ебать, за 2000 пирожки тоже не хуйно, да. Сколько? Ну вот эта курица стоит с пирожкой 2000 рублей. Ну, я думал, лира, в лирах сколько? 500 лир. Сколько? 500 лир. Я не буду. Так, мы сразу скажем, у нас нет денег, если что. Нет, уже нет. Ну, Азим платит. Зим-зим, давай. Давай, Азим, нахуй. Ты приглашал в это место, еблю. Да, мы к тебе за стрим пришел. Чё? Ну, все к тебе за стрим. Кому ко мне? Нет, я сюда. Ох, Костя, твой стрим ты платишь сегодня. Охуенно, блядь. Ты знаешь, как это работает, брат? Но мы идем к Артуру, вот это тоже факт. Да, злой платье. Артур, ну, хуя. Нет, хуя, ты можешь хуя. Ультиматум поставить. Если не платишь, мы не идем. Да, как крыса, да? Пердим, да? Да, не платишь, мы в Бомонте, блядь. Это он предложил. Да, здесь в Бомонте. Нормально, мне есть 400 лет. Да, хватит, да? На курицу не хватает. Согласен. Тебе даже, блядь, на колу, блядь, пепси нахуй не хватит. Сука, даже 2100, блядь. Да я ебал, у меня налички нет, нахуй. Кто вкусно поел, тот и поел. Да заплатите картой, блядь. Интересно, сколько ладно, просто ЗП баннеры в описании платят? Кто не угадает, тот выплатит. В смысле, вот эти снизу там ничего не платят, ну, баннеры. Что, например, я знаю, только за интеграцию платят. Примерно. Типа, а то же вообще не знает, что сколько стоит. Это уже верно. Он точно не угадает. Только что сказал. Да, у слова самая большая оплата за казино стримы, блядь, он не платит. Ладно, давайте точную сумму, кто угадает, тот не будет платить. Да, АФК стрим. Почему? Блять, а зиму все. Мы сейчас будем ехать закупаться, нормально. Ой, ты стой, там, жвачку. Эй, блядь, ты долбоёб, ебаный. Блядь, ты чё, дебил это, блядь, моё полотенце, нахуй. А где моё? Ебати, похуеть. Ты чё, Ванчик? Да, нас больше не пустят сюда. Нахуя ставить, брат, мы очень уважаемые люди. Ты видел, чем одеты сзади, чё одеты? Чё? Задние чё одеты, мы чё на чё надеты? В смысле, там ебать леди сидят на суше. Слушай, дядь, я сейчас достаю пачку. Я думаю, что нас не пустят сюда, кстати, потому что все в костюмах. Чё там за пачечка? Чек, плиз. Чек. Ой-ой-ой. Ого. Копейки. На бизнес-менеджах. Сколько тут бабок? Кстати, Артур, отправь это. Десятка лир. Сколько это в долларах? Отправил. Это одна бонуска твоя, злой. Ну, десятка, брат. Это твоя одна бонуска, представляешь? 10 тысяч лир? Да. Да. Мне надо заплатить за эту кухню, блядскую. Хесап, плиз. Хесап. Чё ты попросил? Чек. Хесап это... Чек, типа? Это единственное, что я знаю. А битана кола как? Битана кола. И тысячи куда?
Кока-кола это один кола. Один кола. Добрый кола. Бро, ну надо вот эту вот глазную хуйню и ротик закрыть бы. Купить 100%. Потому что где-то у меня с квартиры экспедиции. А мы куда поедем закупаться? Вот тут? На районе тут. Пешком пройдемся? Пешком? Да. Точно быстро? Ага. А что нам терять-то, брат? Блять, ну я ему не верю. Он когда быстро говорит, там полчаса потом идти, блять. А что там есть? Там что, все есть? Да. Ты уверен? Мы могли бы просто в Мигрисе, который там в... А тут есть... Нет, Skyline не надо. Ну, макро цены. Мы же едем... Я арендовал кухню. А мы на кухню едем какую-то? А где она находится? Да не важно. Да не важно, обмотали нам. Нет. Он далеко находится? Азим сказал 20 минут ехать. Я думал, у тебя дома будет. А, мы еще будем ехать на кухню 3 дня? Мы в Анталии едем. У тебя дома мы сидеть. Я тебе кидал, да? Ну-ка, покажи, где она находится. Ёбаный сырник, блядь. Как мы будем существовать? Короче, едем в Бомонти на чипсу нахуй на кухню. Подождите, это я пришел, вы все пожрали. Вы что, ёбаный? Что? Сколько там? 4000. Карт, блядь, карт. Что такое? Карт, пик, пип. А, нормально. Я думал, да много. Молчик from you? И ал. Окей. Это наш папик. Yeah, he's our big daddy, you know? Yes. Sugar daddy. Pin код? Yes. Я думал, там 25 тысяч рублей. 4 тысячи лир. Thank you. Это... 1014. $200. 200. 50. $200. Сколько нам ехать прямо туда сейчас, вот отсюда? Походу пизанно, да? Дальше телефон садится, хотя еще 40%. У меня процентов 80, я зарядил. Чипс. Да. Я тебя люблю. Я тебя. Че? 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 Ладно. 45 минут. Ладно, выспался. 45 минут? Да. Ёбаный ты сыр. Это в лучшем случае, так мне кажется, сейчас поедем. Что ты еще... дал за аренду? Нам еще надо закупиться? 1500. 1500 всего лишь за аренду, блядь? Говорит, а что там за кухня? 25 минут, максимум 30. Ты к дефолту, ты что, не привык? Да не, там можно быстро поехать. Если один говорит, ты два накидываешь просто к цели. Какой два? Вот, мы что, нахуй едем в другую страну, блядь? Без табика, без проводок и без стримера. Чел, я по-твоему ИРЛ стример или что нахуй? Костя у нас ИРЛ стример сегодня. Все, сегодня. Если я будет мотивация стримить ИРЛ почаще, я куплю нахуй ебаный пауэрбанк. Его надо таскать, блядь, я что нахуй, мне не впадло, блядь. Один точно. В Стокгольме, да, в Стокгольме будет ИРЛ стрим. Пошли. Жопу двигать. Сейчас без стрима пойдет, конечно. Вот, и там возьми это за меня. Что, погнали? Погнали. Так, а мы знаем, что покупать? Big Srak Animan. Нет, ты же устраивал стрим. Ну, сливки там. Да. Сливки, блядь, нахуй я сливки, нахуй? Нет, сливки, говорю, как там? Ладно, ебать ты, нахуй, умеешь жарить длинные, блядь, сливки, говорит. Сливки, что, блядь? Бай-бай. С ним пахать. Умеешь жарить блинчики на листнике вообще? Делать эту тему. В смысле? На листнике блинчики жаришь обычно? Какой миксер? Там если миксера нет, я... Да, вот это... Где? Там девочка, а нет, походу стрим упал все-таки. А ну покажи. Ты чат не работает? Работает, F5. F5 сейчас переподключить. Да, все нормально, все будет. Давай. Должно переподключиться. Макс, видно? Битана кола, блядь. Битана хуесос. Кто? Блядь. Ой. Ебать, он обосрался. Палентос, ебать, гол. Палентос, да, блядь, прилетел. А чего я у него не все говорю, что все с этого? Никто такой не говорит. Все пишут, что он сейчас. Ладно, блинчики. Давай, чат, короче, блядь, мы едем готовить блины с разными начинками. Быстро в чат ебаните нахуй рецептуру, блядь, блинчиков. Потом, блядь, какое-то мясо, блядь, или там сырный блинчик какой-то, ебать. Чего такое, блядь? Я уже нашел, все.
Точно, блядь? Вот, блинчик. Печень говяжья. Яйца ебать. Куриные, с печенью, блядь? Фу, нахуй. Не-не-не-не-не. Давай просто блины. Ничего, просто. Мы делаем просто обычные блины, купим джем. Просто сделаем не блины. Просто блины, то пусть. Бери 3 яйца, шипотка соли. 2 столовых ложка сахара. 250 грамм воды горячей. 250 грамм молока. Муки. 20 грамм растительного масла. Шампунь, у меня везде сухая коза. У тебя перхоть? Сухая коза. Ебать, а вы в курсе, что надо добавлять теплую воду в блины, блядь? Смотри, Костян. Что? Джиг. Где? Блин. Где? Вот, черный. Это не на блин разве? Приколдес. А вот это, блядь, марка машины называется? Так? В смысле, это Kia? Kia. Чи? Знаешь, модель? Ну там написано Kia просто. Нет, это Kia, просто ты не видишь. Вот там I и... Понял? Нет, это просто... I и Kia. 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 Kia Rio. Задний привод. Смотришь, кит. Знакомишься? Ты вообще еблан. Сколько им тоже лет? 15? А в чем? Да не, вроде нормально. Автограф. Молоёб. Чивс. Да. Блядь. Вон просто написано «бей», блядь. Нет, там написано «бэдж». 250 миллилитров молока. Это сколько блинчиков получится на эту порцию? Сколько нравится вообще блинчик? 17? Ладно, сейчас еще в капюшон надену, в капюшон я заебись выгляжу, мне кажется. 18! Костян, 18 градусов, купаться в СИС. Ебать, 18 градусов, можно идти купаться, блядь, на речку, блядь. Да какую, где ты возьмешь? Так, а мой худак. Бля, ебать, охуенный дом. Я еще телефон уронил. Ветер, конечно, прохладный. Марион, балкон, охуенный. Где? Да хуйня, не? Слушай, блядь, кто орёт, что там зима же пиздец, блядь. Бля, пойди стрим на Ликийской тропе с кайфом, что это такое? Бля, тут есть зоопарк какой-то? Я бы хотел в зоопарк сходить. Бури, бури, бури. Ты никогда не видел? Чё? Ну и вот тут Славой каждый день хавали. Так что нельзя сигналить, я вообще никогда не видел такое. Но... А тут, кстати, тут вкуснее намного, Хелли, тут вообще пиздец вкусно. Да-да, Зим, как обычно, нас накормил дерьмом, блядь. Славой вкуснее? Да, я тут был. Нет, там безглютеновая хуйня. Бури, 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 бури. Короче, смотрите, блинчики обычные. Да, нам, короче, надо мука, просто яйца, молоко, растительное масло, блядь, и все. А ты на эту кухню ездил, ты интернетом проверял? Нам надо... Меня Зим говорит, все есть. Просто яйца, просто малый фенди, кюбаха. Еблан, сука. Да, там есть интернет. Есть интернет, прожектор. Там должен быть, если там нет интернета... Сейчас, кто со мной в Калифорнии завтра? Смотрите, нам надо молоко 500 мл, 3 яйца, 200 грамм. Чиф, ты любишь мияги служить? Моя дикая Кассандра. Это зиму. А? Брат, слушай, нам надо молоко 500 мл, 3 яйца. Да двигайтесь, ебаный. Да я понял, в магазине это скажешь, блядь. Движение, движение. Артур, подожди. Моя дикая, дикая. Моя дикая. Все бабки вылетят, нахуй. Не будем сосать потом лапу. А что там, что-то снимают? О, смотри, это как, да? Где, может, что, фильм? Так вот, вот эти, которые, актеры живут в них. И актеры живут в таких автобусах? Конечно, верю, блин. Не пойдет вот это на престижный? Да, это же... В смысле, тут реально турецкий сериал могут снимать в этом. Популярный. Ёбан сомка, сомка просто проходит. Пошли просто на хайпе быстренько, сейчас заспойлерим сериальчик. Серия, да, что это сериал? Почему на машинах? Азим, что там снимают? Пошли нахуй поучаствовать. Захайпим, блядь, я там казино. Вот это снимать казино сериалы, это какая неблагодарная работа. Че, Риш? Ну, снимать сериалы неблагодарная работа. Почему? Ну, вот денег мало, это раз, а долго это очень. Я общался. С кем? С обычным. Одна девушка снималась по-другому.
мало платят, пиздец. Ну да, это тебе не казино рекламе. 12 часов смена. И снимается... Ну, может, одна серия за день вряд ли, но хуй с ним, вот так примерно. Он общался с челами, что снимает сериал в Майнкрафте. Бля, антигрифер шоу я вообще смотрел с хайпом. Что? Что ты сказал? Да забей. Что это за магазин? Ебать, что это чел продает? Зажигалки. Моя дикая Кассандра. Куда мы идем? Игривая падла. Подожди, а машины игривая мразь. Азим, ты говорил тут близко пешком, блядь. Забей, блядь, ты же должны привыкнуть. Я не привык. Ебать, что это нахуй? Это, блядь, в этом? В CSGO нахуй добавили. Это участок такой. Ебать. Чел с оружкой стоит, ВТФ. Сруждаем нахуй. Давай членом. Руками сбил, блядь, миксер. Нахуй. Давай на перегонках, кто членом быстрее собьет. Изи, бля, я и потом слежу с него. Не, потом пожарит, потом можно хавать. То, что Игорь Габара у нас. Игорь Артура зло. О, я могу сыграться. Не сомневаюсь. Такой гуляет, знаешь? Бутылка ходит. Макс, ты его сзади хочешь? Нет, у него нету этого. Он еще так льется, как будто он сейчас разобьет ее, блядь, или что. Вернись, пошли села, нахуй. Слышишь? Азим! Ебать, Майкл, вон дом можно? Азима, ебать, Докхаус. Микроэф? Блядь, я не понимаю, когда вы пишете микроэф, это типа мини-падение стрима или микрофон F? Я тебя дую. Где? Ай-яй-яй, будочка. Будочка, Костян. О, реально, блядь. Я могу просто держать как телефон по этажке. Ебать. ВТФчик. Ай-яй-яй, блядь. Ой, кто? Сильный ветер, я не знаю. Волочка с этим. Ты пробовал хоть раз? Я не пробовал. Блять, оно пахнет аутвестом. Пахнет аутвестом, пиздец, как будто сгорело. Гоу-гоу-гоу. Что такое, Вася, что тебе? Ебать, чё вообще похуй? Ты попнуть раз, блядь, чё, блядь? Да он пиздует, блядь. Я значит тачка чел не ебал. Чел на БМВ, ему поебать. Ты чё, что такое, Вася? Выруби ветер, ты же богатый. Сейчас напишите, блядь, слэш ветер 0. Куда мы несёмся? Я этого всё ебал. Костяны, поехали на этой хуйне? На которой мы катались. А. Это ж тут, ты понял? Да, погнали. Где его, блядь, чипс, нахуй? Куда нас Азим ведет, блядь? Макроцентр, вот это вроде он говорил. Где мы вообще существуем сейчас? Макс, найди мусор, да. Да, Макс, оставь просто где-то на улице. Блядь, дай сюда. Просто тебе нельзя заходить, тут хаос. Где Фиесту ебашу, нормально? Фиесту ебашу. А, блядь, холодно. Короче, брат, ты готов? Погнали закупаться, блядь. Что там? Смотри, бро. Бери корзиновые движения. Чат. Надо 500 мл молока, 3 яйца, мука, масло сливочное или растительное. Это на сколько блинов? Такой его знает. 500 мл как будто доходит, а блинов будет. 500 мл это пол-литра всего лишь. Не, ну это только молока, а там еще вода. Там еще сахар. Как это вода? Воды там нет, на молоке делается блинчики. Какая вода? Ты что? Теплая вода, блин. Какая теплая вода, дядь? Никто на теплой воде не делает. Там добавляется, нет, пацаны? Нет. В смысле, там чуть воды добавляется в воде. Не надо воды, не надо, ты чё? На воде блинчики, ты полная хуйня. Блять, ты чё думаешь, я воду буду жарить, блять? Я не знаю, костись. Ты у нас один повар, блять, я вообще я не буду. Я блины никогда не жарил. Смотри, нормально, сейчас приготовим, видите. Яйца, сзади. Разберемся. Что? Ебать, я тоже послышалось? Чё? Сука, выговаривай слова, блядь. Я думал, на том про меня уже ебанул. Немного яиц. Икра. Без разницы. И что? А возьми, блядь. Слушай, вот, сейчас тут что-то выглядит вообще аппетитно. Ебать, черная икра. А что она стоит так же, как и обычно? Походу, фейк. Сколько битрейт падает, блядь. Сливочнее надо.
сливочное масло надо. Куда ты живешь, блядь, ты же на диетах ебаных, блядь. На диете чел чипсы уже пиздуют. Блядь, что это? Зубы выпадут скоро, брат. Тебе вкус такой взял. Я 4 дня. 4 дня. Нам надо нутеллу тоже. Лагает, блядь. Лагает, так выйди. Пройди. Хочу понять, где не лагает. Тут норм? Что-то редко обновляется статистика, я не понимаю, где норм, где нет. Ладно, короче, я буду пытаться найти место. Сейчас лагает? Ладно, я понял, далеко нельзя заходить. Бля, давно я реально не стримил, забыл, где падает интернет, где не падает, блядь. Шатал, ебал, кончал, дрочил. Ебал ту Люсю, кстати, Люся плюс чат. Костян, ты экомент получил, а что такое экомент? Ладно, чат, что вам рассказать? 2 числа мы пиздуем в Стокгольм. Я виз злой Артур. Он там будет 3 дня со мной, постримим там Мирелочек, погуляем чуть-чуть с братишкой. У меня брат получил права, может на машине покатаемся. Походим там по музеям каким-то, может туда-сюда. Постримим казик вместе. Ну и что, я там буду стримить казик, наверное, дальше. В той квартирке, блядь. Что-то вчера стримил казик, или позавчера, не помню. Я вчера вроде не стримил вообще. И вообще так похуй было, бля, чат. Бля, как жалко, сука. Когда мы начинали только стримить казик, вообще другие эмоции были. Сейчас уже, когда 1.5 года ебашит, уже не так, сука. Вообще не так. Когда я ебал Динополе с кайфом. Эх. Ладно, сейчас может отключусь немножко от казика, будет, блядь, эмоции вернутся немного. А то я реально, блядь, сижу, играю, вообще похуй, что происходит на экране. Выиграл, не выиграл, блядь. На работу через полгода снова указывать мне. Не, ну это понятное дело поможет. Ну думаешь, мне будет не впадло полгода работать и опять? Бедный, да, блядь, да я не с тем смыслом говорю, типа, я бедный, устал, ебать, нажимать на пробел. Не в том смысле, блядь. Понятное дело, что ты нахуй буря-буря утвестик, блядь. Фантики перестай крутить. Какие фантики, чел, блядь? Я никогда на фантике не играл. Никогда в жизни, блядь. Не, я на время уеду. Там с мамой встречусь, с братиком погуляю. Да не, блядь, да не устал я нажимать на пробел. Все, короче, все нормально будет. Надо вернуться в жизнь просто немножечко. Накручивание баланса. Будет играл с мамой. А что, вы хотите играл с мамой, что ли? И что делать там? Насколько едешь, да не знаю. На недельку полторы. Потом в тур двинулся. Кукинг? Как скрутить мамой? Играл с чужой мамой. Ну можно с мамой Симоли постримить, блядь. Ладно, вот сейчас я придумал пару
стримов по казику интересно должно быть, это я хочу пародии, да, сделать. Но, блядь, пародии сложно, да, сделать? А, на кого первую пародию сделать? Ну, я это скажу сразу, я жестко запариваться не буду. Блять, на стрим, на злого это как вообще? Такой, депнул. Блять, у злого надо плейлист просто спиздить вот этой его ебанской музыкой. Пири-пири-пири-пири-пири-пири. Вот эта музычка там всякая, блять, Дон Толивер. Мапки с фантосами пойдет. Мапки вообще можно, типа, казик рубить, альтабнуться нахуй и смотреть видос какой-то. На Стаса, ну, у Стаса у меня такой план. Я просто депаю и через 15 минут депаю. Потом начинаю пиздеть, мне всегда не везет. Кручу по 1000. Кручу по 1000 уже целый год. Так ни разу не выиграл нихуя. Потом начинаю ныть, блядь. Моденчика. Блядь, я хочу Егора Крида больше всего ебануть. Просто нахуй. Бля, ну, типа, если я буду делать пародию на Егора Крида, мне тоже 2 ляма депы, что ли? Два ляма я ебал депы, блядь, вы чё нахуй? Блять, ну пародии не получится без депов, если так подумать. На плохого парня тоже надо. Плохого парня мало смотрел, надо побольше его посмотреть. И тогда будет понятно, что и как делать. Надо взять, как казино у этого мистера Твистера, там где фантики ебаные. На 2 ляма чисто депы. Мне еще челом накидывать, я все проебал. Пародия на плохого парня — это проебать все бабки. В Бакару? Блять, я не понимаю, плохой парень все время проебывает все бабки, блять, и все равно покупает машины потом. Как это работает, чат? Блять, они что, съебались? Может, они там... Там есть другой выход? Кто-то знает? Кто-то был в Стамбуле в этом магазе, блять? Давай пародим то, как ты кидаешь мне все свои деньги и бьешь головой об стол. Чел, заебал ты уже свои головы в стол, нахуй, никогда я не ебну. Успокойся, можешь перестать добиваться этой темы. Че, все купили? Питана кола. Че, вы купили все? Да, за секунду. Че, у нас будут сладкие блинчики с разными джемами. Любишь сладкие блинчики? А что, есть обязательно то, что вы приготовили? Да. Просто смотри, стрижевой и пальма здесь рядом, ебать. Какой нахуй стрижевой, блядь? Мой стрижевой. Почему ты стрижевой? Это булка из ГТРП. Бомонти склад, нахуй. Там? Да, давай скажем, я уже по дороге просто заедем в Миннесо. По дороге что? В Миннесо заедем. Куда? Брат, или как оно называется? Мини-хуйня? Миннесо. Мини-хуйня. Это все буквы стоит здесь. Миннесо лазен. Ура, стрими секси, блядь. Слышишь? Как это называется? А он на кого-то другого еще работает или только у нас? В чатик по столик, блядь. Не работает. Ах ты, бля. В чатик по столик, он быстро надо. Он же обычно. Нет. Да? Нет. Да, просто он его... Что я, пусси?
Есть малышки. Мэмэ, мэмэ, где мэмэ? Не знаешь, бро, такси, бро. Чё? Такси, бро наш. Ты наш лысый бичуган. Ох, уж, блядь. Лысый бичуган. Вкусно, правда? Ебать, бетана, ебать мой хуй просто, блядь, ебать разъёбно. Посмотрите на нашего... Видно, что чел в 23-м году живёт? Кто я? Ебать, тебе сумка, нахуй. Он из будущего. Сейчас прикинь, там резко оттуда голенькие девочки лазят. Пошли. Пиксельный Азим с пянисом просто прыгает там чисто. NFT. Смотри, какой крутой. А он знает, что по дороге надо заехать, да? Да, он только я куда смотрю, куда. Смотрим, куда. А сколько до кухни ехать? 40 минут. Нам нужна маска и лицо, брат, закрыть. Маску и лицо. Мапки ку, мапки, ебать. Мапки! Мапки, привет. Здорово, мапкоин. Мапкоин. Мапкоин, ебать. Мапкоин, Сейчас я буду тратить мапки, сори. Здорово, мапки. Мапкоин. Мапки, можно у тебя вложиться? Не бать, мы несёмся, ёпты мать. Опа, вы же часа два можете, ебать, расслабляться. Дай-ка, дай-ка. Да. Часа два? Да. Сколько мне реально? Да, два часа. Что два часа, кому ехать? Что там, в кухне два часа ехать? Ты чё? А что он сказал два часа, скажи мне? Час. До кухни два часа ехать. Час ехать? Да. Ты чё, въебался, блядь? Может, нахуй эту кухню поехали ко мне? Ебать, целый час ебашить. А я не знаю, нахуй ты решил эту хуйню снимать, это... Слышишь? Разворачивай этого, пускай везет нас в Миннесу, едем ко мне. Я ебал эту кухню. Блядь, час ехать, нихуй мне куда. До чем? Дома час ехать. Да, кстати, до дома тоже нахуя ехать. В Скайленду час тоже ехать? 40 минут. Я нахуй смотрел. Мы сюда вообще в этот район заебаный заехали? Я вот понять не могу, блядь. У Азима, когда спросишь, куда ехать, он говорит, да хуйня, 20 минут, блядь. А по итогу мы час каждый раз едем. Это из-за пробок, не, я смотрел, было 20 минут ехать. Да. Блядь. А ну возьми Йосипа на секунду. Йосипа, блядь. О! Дай. У чипса сейчас кухоньки ебанем. У тебя кухня есть? Нет. Давай ебанем. Да. А хули, блядь? Ну там место мало. А нам пиздец как место. Костян, это самая последняя шкудишка? Так я условно беру и, ну да, прикуриться. Просто, вот, пускай нас везет Миннесо сначала. Угу. Как до дома ехать час? Вы чё, ебать меня кумари, что там, смотри шкудишки. 3-4 минуты ко мне ехать, пиздец. Нахуй мы сюда вообще заехали в этот район, я чё-то нихуя понять не могу. Я не знаю, зим тут покушать хотел просто. Злой, короче, я хочу сделать пародию на разных казино-стримеров. Тебе не выйдет меня спародировать. Да, мы можем чипсы... Слушай, мне вообще похуй на плейс. Я хочу просто постримить РЛ, поорать. Мне вообще похуй, типа. Я первый стрим волновался, второй у меня супер быстрый получился. На третий мне уже похуй. Я хочу просто охуенно провести. Знаешь, мы блины тоже быстро приготовим. Что? Мы блины тоже быстро приготовим. Да мне поебать. Да не, если кухня сядет, можно до кухни ехать. Мы успеем. Не час ехать туда, час обратно. Два часа, блядь, обратно ебашь. Почему два часа? Нет, сейчас, обратно. Как вы думаете, у нас вообще получится блины приготовить? Мы с Азией просто ебашим, пиздец. Я думаю. У меня еще время есть, подумать. Ну вообще нет, я говорю, похуй, можем до кухни ехать. А где мы будем? Будем назад ехать, ты будешь стримить 40 минут, но надо, хотя, в принципе, там похуй вообще. Мы будем общаться. Если ты хочешь делать ИРЛ этот подкаст? Да. Ну, типа на хаосе было бы. В сауне. Да, да, вообще так. Я думал, я и думал, что ты в Скаланде будешь это делать. Да похуй. Ну погнали до дома твоего. Похуй на эту 1000 лир. Не на эту 1000 лир, я ее ебал! Да. Курс. Там даже Миннесота близко возле дома. Что там? Блин, злой, я придумал. Что, брат? Мы едем в Таиланд и подрубаем казик нахуй. Таиланд? Скайланд, блядь. А, в Скайленд? О, там все можно у тебя сделать. Короче, нахуй этот кукинг? А мне как раз говорят, когда казик? Поехали ко мне. На когда рудаемся? Не, ладно, едем ко мне. Плюс ты там постримишь нормально, там Миннесо. Нахуй эту аренду, блядь. А там у тебя в Скайланде есть от Миннесо? Не, капаттенес. В районе есть, да. Миннесо. И плюс я завтра приезжаю. Близко, да. Плюс тебе не надо домой будет ехать никуда, уже дома будешь. Плюс ты нормально постримишь. Ой, Лена. Я говорю, это самое оптимальное. Это надо было этот курикинг делать в выходных, когда пробок нет. На выходных у меня в субботу, блядь, зал, и в воскресенье мы уезжаем. Ben söylemedim sana. Ben söylemedim sana. Ben söylemedim sana. Ben söylemedim
Битана Кола. Венесуэла. Хочешь видеть множество крутых смайлов? Останавливай сами тебя. Вау! Битана Кола, брат, все кайфово, блядь. Сидим вот с лысым, с высоким, с красивым, блядь. Это ты с кем? И с шапкой. Это кому? Это Никита мой кентский. Битана Кола? А Зим, что ты ему сказал? Сейчас, что ты ему сказал? Какие у нас планы вообще? Едем в Минисо возле моего дома и идем ко мне домой. И завтра закажу клининг. Что за Минисо? Нам надо купить маску и эту хуйню, мне кто-то спиздил. Я сейчас клининг на завтра сразу заказываю. Кто спиздил, блядь? Я не знаю, их нет просто. Да, в Данию, поэтому в Данию летит. Ты уже анонсировал стрим? Я еще, ну, ребят. Андрей. Ждите стрим с Байвером. Ну а что вам показать, нахуй, прекрасный Стамбул? Стамбуля! Ебать, это там солнце, нахуй, за облаками. Представляете, блядь? Кстати, сколько солнца стало жить? Оно ж не вечно, блядь. Блядь, злой. А нахуй мы существуем, если солнце когда-то... Артур, что это парк, это вообще разъеб. Аттракционов? Нет, просто парк погулять. Чё, пойдём? Я... Да, блядь. Блядь, ну надо точно сходить. Павер, это кто? Надо... Всё, пока. Блядь, чуть не упал, бро, сори. Ну, ты меня хочешь поцеловать? Да нет, тебе показалось, блядь. Да, пожалуйста. Шо вы, Йосипе, ладно, кто сколько выиграл сегодня бабок? Я сегодня уже 2000 баксов слил, вне стрима. Ну что, поиграть? На кэп? Не, на Ваваде. Чуть поиграл. Да я ебал, там нихуя не даю. Да я решил поиграть, да там тоже нихуя не дало мне. Не, пацаны, не ебашьте казино, блядь, казино это плохая тема, блядь. Ну, ММФТГ, как говорите, лол? ММФТГ. Я 3к баксов, 3 ляма вывел. Нихуя себе, мажики. Я был пародию, у тебя делают казика, короче. Что? Как? Йо, тамам, сэс гондардинист, тамам, чей дебил. Музыку уже буду орать хуже. Что? Сделаю лоло модером на один. А с водителем разговаривает или что? Там чел сказал этот, отправил, все деньги, говорит. Куда, кто отправил? Заплатил, говорит, там. За что? За все, за... он сразу заплатил за все. За кухню? За кухню. Сколько там вышло? Сколько? Так 8, это его 40. Проблема, ебать, а? Нахуй. Если я должен платить, нахуй он платил? Нет, что, чтобы ебанец? Поехать, он залог же надо отдавать. Так залог 1,5, не 8. Нахуя он платил? Пиздец, блядь. Кухня 8 тысяч евро, что? Что так дорого? Ебать, что происходит, гайз? Так а нахуй он платил, блядь? Залог оставляют, платят по факту, блядь. Ну да, кстати. А кто заплатил, блядь? Я банный свой надо, не знаю. Все, мы стрим, сейчас будет пиздиться. Сейчас будет пизделка турецкая. Наебучий, блядь. Турецкая пизделка. Чат, это... Блядь, ну, раз выхожу на улицу, блядь. Нам проблем, ёк. Каждый раз выхожу на улицу, у меня всегда стресс, блядь. Потому что меня то ли пытаются наебать, то ли какую-то хуйню делают. F. Не F. Пора еще италица улур, я. Мне мороженое на голову сейчас съел, блядь. Чуть-чуть. Это у нас... Харева ебаная. Просто пиздец, блядь. Дядь еду заказал у себя в ресторане, понял? Спустился вниз, говорю, принесите в номер, ну, еды в комнату. Приносили. Говорят, две минуты, да подожди, две минуты заберешь. Говорю, я работаю, типа нет времени. Сейчас жду дома. Прихожу, спускаюсь, говорю, где моя еда? Говорит, вот, в пакете. Я такой смотрю, думаю, блядь. Ты, блядь, долбоёб, блядь. Ну такой, я думаю, чего их там хотят отпиздить? Конечно, блядь, потому что там, сука, раули работают. Просто пиздец, блядь. А сейчас чел, чтобы вы понимали, за нашу комнату заплатил 8 тысяч лир, хотя он не должен был платить. Зачем он платил, хуй его знает. Ладно, залог, я верну за залог там Азиму, бабки, не проблема. Но нахуй он восьмерку заплатил, это еще непонятно, типа. Не понимаю. И что делать? Густенько получилось. Ну, 8 тысяч плати, хули. Арену, да? Я? Пошли нахуй. Так, блядь, так, знаешь что, есть такая фраза, инициация ебет инициатора. Я не знал. Что такое? Я что-то не пойму. Да я ему сказал, почему ты заплатил, я говорю. А что он платил? Ну что, он думал, что мы сразу поедем туда. А зачем вообще он этим вопросом занимается, если он водитель, да? Он же водитель, нахуя он платит? Мы не поедем туда. Вот я и сказал. Типа... Это ты сейчас с водителем разговаривал? Да. Я не пойму, просто хуйней, типа, зачем он платит бабки за то, что вообще не в теме? Или он хочет нас наебать как-то? Типа, он заплатил? Нет, я ему дал номер, чтобы он, типа, забронировал там.
Он забронировал. Так а что он со своих бабок бронирует? Почему он не с твоих, допустим, бронирует? Или не с моих бабок? У него карта есть. Он заплатил. Что, он думал, что мы поедем, короче. И что он тебе сейчас сказал, мы же не едем? Он сказал, позвони, чтобы хотя бы, ладно, 1000 лир пусть оставит себе, остальное пусть тебе возвращают и не поедем. 1000, ладно, я за залог верну, но нахуя платить сразу, я тоже не понимаю этой хуйни, блядь. Тут что, тут как у людей голова вообще работает, что они думают? Не знаю, я ему сказал, почему ты не сказал? Почему он тебя не предупредил? Что вообще происходит, блядь? Что у вас здесь происходит, блядь? Просто не понимаю. Не да спать, пускай, блядь. Не, пускай спит, блядь, ему еще силы надо на сегодня. Да нет, тут какая-то странная хуйня вообще, типа такой сюр, блядь, иногда бывает. Поэтому я сижу дома, никуда не выхожу, я не могу, блядь, вообще. Да нет, вообще мы не виноваты. Так нет, так, брат, ты замечаешь, что каждый раз, когда я выхожу на улицу, какая-то хуйня происходит вообще? Не, нихуя, мы должны были ехать, ты просто поменял нахуй все. Да, я поменял, да, но, типа, я несу ответственность за свои поступки, я поменял, но... Чел, который платит, блядь, со своих бабок, не интересуясь тебя, ну, меня, он вообще да, не тут не причастен. Ладно, забронировал. Он как минимум должен ждать, чтобы ты дал ему деньги. Почему он со своих типа должен бронировать? Ему сказали, что сначала все оплатите, потом приезжайте. Он оплатил, думал, что мы поедем. Он даже не согласовал с тобой это. Не согласовал? Я говорю, почему ты мне не сказал? Ну вот видишь, блядь, вот скажи, что нормально вообще, блядь, типа? Да, какой-то кринж происходит. Пиздец. Засидеть бичуванчик уже напереживался, блядь. Какой переживался, да хватит просто. Все нормально, все нормально будет, блядь. Никто китикет в жопу сувать не будет. Сам, блядь, этот, нахуй, разбирайся со своими деньгами. Я верну за залог, нехуй делать. Но восьмерку я не вижу смысла возвращать, блядь. Ну то что это халатность ебаная. Все через жопу, нахуй. Ему отдадут его деньги, где-то, блядь. Куда он их отдал, потому что мы не приехали. Да тут же, блядь. Пошел он нахуй. Любят поскамить немножечко. Завтра 12. У нас СЗМ тоже заскамят. Да, на ВНЖ? Да, я помню. Да, да. Он заскамил тебя тоже? Куда потратил бабки? Да не, блядь, мне кажется, так и оно и прошло, блядь. Нет. Что он вот это, типа, ну мы же быстрее и всем подошло, потому что мы все вместе сдавали, блядь, в один день. Нет, нет. Не, в один день мы сдавали, потому что всем пришло из-за вас. Да, конечно, блядь. Блядь, я... Ну а как ты нахуй? Ними, я об этом не думаю, мне нахуй такой в голове держать. Что, вы, блядь, подали, получили через 2 месяца. Я подал, получили через 2 месяца. Одинаково, блядь. Там. Что ты ебал, как чел дрочил, блядь? Азин никого не наебывает. Аданель, я зиму верю. Да, номеров нет. Ордан Грас, Бикерс, Ордан Скайленд. Миннесо и Скайленд. Там же есть, да, на районе? Просто я не могу, я тебе объясню одну тему, я не могу здесь выйти на улицу. Меня триггерит вся тупо. И то ли у меня с нервной системой какая-то хуйня. Ты видел кошку? Да, ебать, нихуя. То ли мне с нервной системой какая-то хуйня. Мне надо валерьян купить. Потому что я взрываюсь за секунду, блядь. Ой, не надо. Ты тоже расслабься. Да. Бип-бип. То типа это тоже, блядь. В приватбанке взял билет в Сингапур, ладно. Взял за 40, вернули 1000 гривен. Я сказал, идите нахуй. Алло. Взял я на билет, понял, в Польшу. Беру билет, а какая-то хуйня. Какая-то хуйня в банке, что мне надо еще доплачивать за билет 1000 гривен, понял? Если не доплачиваю я за билет, то хуй знает, что с билетом. Остается 3 дня. Я не увидел, что мне пришла доплата. Я же заплатил фул бабки. Я вижу, у меня билет аннулировался, он куда-то пропал. Бабки не вернули, никто ничего не говорит. Я пишу поддержку, говорю, суки, верните деньги. Или продлите мне билет, я оплачу эту тыщенку. Он говорит, блять, уже мы не можем связаться, мы не знаем, что делать. Обратитесь, типа, в MasterCard поддержку. Я пишу в MasterCard поддержку, говорю, вы что, ебнутые? Дайте деньги, верните. Он говорит, вы знаете, мы тоже не знаем, что делать, обратитесь в банк. И я что туда говорю, вы что, вообще, типа, блядь, вы перекидываете ответственность друг на друга? Я, типа, что-то получу с этой хуйни, мне лететь через день. Через день лететь, у меня ни билета, ни хуя, я ничего не знаю, что с моим билетом, типа, пиздец. С вашими билетами тоже всего. В смысле? Что, серьезно, блядь? Не, это уже взял Стокгольм, Дания, Дания, Варшава. Когда ты заспустишь? Через час. Да не, просто, блядь, такая халатность, сука, меня так это раздражает. Чё ты? Красивый парень. 20%, у меня есть зарядка с собой. Нормально, хватит. Тело стрельнуть ему разочек.
Куда ты уезжаешь? В Стокгольм? С Костей, Стокгольм, блядь. На 3 дня, потом, сука, свалю, крыс. На 23, 22 мы прилетаем, делаем движ, 23 делаем движ, 24 утром я уже в Дании. Движ — это казино? Не-не-не, ну да, в принципе. Ну, чуть-чуть движ, чуть-чуть казино. А ты остаешься? Да, на пару дней еще осталось. Блядь, если бы не тренировка, то я бы подольше в Европе остался. Тренировка. Ну я ж, мне трансформация у меня. Я очень соблюдаю. Ты сюда никуда хочешь? Да. А потом? В Стамбул 28-го я должен быть тут, блядь, чтобы позаниматься с братиками, постримить. Понял. Я потом еще раз занимаюсь. И в Дубай надо прилететь. Вадим, основной язык — это турецкий. У тебя основной турецкий? Медикамик, пермаче. А какой основной? Какой у тебя основной язык? Турецкий, узбекский, русский. Нет, три языка. А самый основной какой? Самый основной, если я родился Пиздежа. В Ташкенте, то узбекский. Ты узбекский знаешь? Ну что, похоже на турецкий? А ну расскажи, что это. Ну то же самое, как турецкий. А ну скажи, что это на узбекском. Что сказать? Ну скажи, я люблю чипсы. Мен чипсы северу. Мен чипсы серию? Да. Бля, ебать вообще, ну не поймешь, как это. Как нет, вообще? Это просто, мне кажется, если начать учить. Он так типу, говорю, Азим, надо муку найти. Он так типу. Я такой, что, блядь? Понял, два звука, это типа, мужик, где мука, можешь нам, пожалуйста, ну, сказать? Где мука? Он сказал. Что это значит? Ну, он сказал, где мука, он? Где, блядь? Где что? Где мука? У надо? А у это что, где? Ун. Ун это где? Блядь, да. А подожди, а ун? Да. А мука как? Мука. Как? Ун. А что ты сказал? Ун де? Ун нерде. Ун дер? Ун нерде. Нерде это где, да? Да. Нерде. Ун нерде. Ун. Ун. Нерде. Нарде. Осуждаю. Чего осуждаю? Блять, мы сейчас даже хату в говно не превратим. Похуй. Вообще с кайфом. Да не, мы будем на сороничах. Артур, ты холостяк? Можно. Ну, первый, да. Артур, не хочешь с мукой подрочить чисто хуёк? Я потом блинчики буду хавать, да? С ней, блядь, с белком нахуй чисто. Блядь, Костян извращенец еще тот, блядь. Мне кажется, он в соло в дома ночи пробовал, блядь. Да нет. Он, наверное, увидел, как этикет Киберстас себе засовывает. И сам проверил, блядь. Киберстас. Ну, блядь, ну теперь Киберстас он. Все, мне так приелось. Киберстас. А ваш ролик вышел? Он сказал, на монтаж отправил. Надо просто подумать, посмотреть. А вы что снимали? Как мы хавали в Бураке. А свадьба же вроде вышла. Вышел, да. Бурак. Бурак, знаешь что? Сейчас вы смотрели видос Макдональдс свадьи, Суперстас. Как Степан все проверил? Кебаб. Нужно подумать. А ты в Дубае с Наташей и Вадей летишь? Не знаю. Вадя еще не точно. А что в Дубае летаю? Что там делать? Висеть, Вась. Просто на 5 дней. Снимаешь тачку, катаешься. Но это не по мне, я не умею ездить. Ну просто типа. Не можем все поехать. Там Палагин. Он дебит? Он де Йосеф, да. Надо с ним связаться. Но мне надо со Славой увидеться. Не, стримчик. Хочу стримчик с ним сделать, да. Денег много дали, хочу с ним увидеться. Что дал? Кэт. Дай кишку. На телефон лучше, блядь. Крыса ебаная. Слушай, не кури это дерьмо, блядь. Ты и так нахуй. Ты сам куришь, ты нахуй влияешь на меня, крыс. Я тебе что, даю курить, что ли? Я говорю, не кури нахуй. Даешь пока, да, блядь? Да. Вадя говорил, что полетит в Дубай, чтобы со Славой видеться. А, понял. А ну как раз, типа, живой, да, живой. Как вы? Как раз полетим. Слушай, я хочу обезьянку купить. Здесь? Можем купить обезьянку? Здесь? Да. Домашнюю? Домашнюю обезьянку. Бля, не, пизда будет. Кому? Хотя. А что с ней? Я ей жопу скотчем заклею, чтобы она не срала. Он разъебет. Бля, я хочу какую-то обезьянку себе, попугу. Ворону хочу, бля. Можешь попугая купить. С клеткой, да? Да. Бля, так я же еду на неделю, он сдохнет. Спроси у Скилза, он когда-нибудь сосал мужской огромный член. Молчание однокрылось, я один сон, пожалуйста. Антимах нахуй в лесу спит. Артура, буря-буря. Дима. Тихий, у нас тихий час тут. Тихий час, у нас пацаны вообще. Один нахуй чел спит, второй напротив друг друга. А вороны же могут разговаривать как попугаи. Вороны, блядь, кстати, очень умные. А вороны реально использовались как эти? А нет, это голуби, да, как использовались, как эти? Как что? Ну, рассылать письма.
Блять, а как они могут это сделать? Реально, блять, как они могли? Ну, типа, знать место, куда надо лететь и внести это письмо ебуное, блять. Их приручивали как-то. Ну, понял? Это жестко, пиздец. Типа, мне кажется, вороны, да, как и гончие? Голуби. Но голуби, мне кажется, их приучили точно к точкам спауна, привязывали, отпускали, они летели. Типа, понял? У них свои маршруты. Кстати, Злой, заведи себе попугая, чтобы он кричал: «Мамы, ага!» Пацаны, где мамы? Бля, это сильно было бы, бля. А как научить попугая? Сидит, улыбается. Антимаг фармит, плюсов. Кто там спрашивал про члены? Один чел, ты услышал, блядь? Я услышал, да. Я ему хотел ответить, типа, я же твой батя, ебать. За что, типа, блядь? Он просто спросил. Подожди, а как вообще попугая научить разговаривать? Ну, просто с ним говорить часто, не? Где мэм? Ну не все ж попугаи могут базарить. Не, все. Не, вроде не все. Есть закомплексованные попугаи, которые никогда не будут говорить. Попугай М. У меня попугай духая пиздел. Чат, ну кого есть без работы попугай, то есть без разговорный попугай. А за это забанят? Попугая забанят, да. Чтобы на моем канале его не было, да. Вороны тоже могут пиздеть. Блять, а чё все нахуй научились пиздеть уже, блять? Слушай, а я могу завести диалог с нейросетью голосовой? Есть такая хуйня? Нейросеть? Да, я видел, как нейросеть сидит, стримила. Да, так её забанили, нахуй. Да, ты видишь, что она говорит? Да, видел. Когда маму оскорбляла, блять, нет, про маму не видел. Блять, это очень смешно было, пиздец. Чё она про маму сказала? Что-то там с коровой связано, говорит, так это твоя мать. А, и это она пиздит, прикинь. А что, да, блядь. Ебать. Ну она очень жестко типа троллила. Азим, где ты такую сумку купил? В магазине. Не, ну, блядь, очевидно, нахуй. Чувствуешь себя статусным мужиком с ней? Я бы с такой просто ходил по Стамбулу, Dragon Money туда бы уебал. Мне нравится. Ладно, чтоб тебе нравилось. У тебя новый угодник там. Написал бы плюс 50 монет. Самое главное, там все помещается. Здесь очень комфортно. Ты в карманах носить как лох, это пиздец вообще. Я бы себе бы тоже такую сумочку приобрел. Бля, что делать, если вообще попугай будет за предки ебашь, ты реально? Бля, забанить. Попугай забанить? Что, если стрим сделать с Алисой? Что с Алисой? Вау, ебать новость? Новшество, да? Новость. А что это время какое-то? Слышишь, там в 16:03, блядь. Где? Оно только что было. Но время до 16:14 уже, да? Что ты там напечатал? Ладно, а можешь пикселями показать? Блять, муксончик начали, я ебал. Это татулица пикселями сделай. Есть такое? Надо рисовать. Давай нарисуем. Бури, бурури, чипс, аутвест ищу. Это я как мелатонин. Чипсы, ты когда лег спать? На сколько ложишься? Да. Да я ложусь час два все равно, с мелатонин мне помогает. Три нормально. На следующий день так уеб от мелатонина. Лучше не пить. Я выпил мелатонин. Пил, ему хуёво. Нет, мелатонина как-то, знаешь, типа... Блядь, ты чё, охуел? От мелатонина на следующее утро, типа, я просыпаюсь, и я хочу спать ещё пиздец больше. Не, лучше не пить никакие... Куда мы едем? А, в этот. Сколько нам ехать ещё? Ещё 20 минут. Как это правильно читается? Нисон. Герчек? Какой? Вон. Герчек. Герчек. Что это значит? Настоящий. Герчек. Бигкок. Азим. А? У меня герчек бигкок. Знаешь, хуй как будет на турецком? Как? Я рак. Я думаю, что мои тиммейты говорят доте, блядь. Они говорят хуй. Можно рекламу заказать у Зима на сумке? Да, закажи. Ты можешь мой канал рекламить? Рисик, такси, ЦУМ. Да. Еще немного будет у Рены Уирл Ликса. Сейчас сделаю. Бля, ну в ЦУМ тут не найдешь. Ебать, а сука, нам ехать? Нормально, но рисик был прикольный, конечно. Хоть и хуйня по еде. Да ничего, рисик. У меня в ресторан лучше в доме.
чтобы у меня поехали покушать. Что, тебе не понравилось? Да, блядь, обычная курица, обычный рис, обычный салат. Да. $200 за что-то. Обычный залупа коня. За супер дорого. По приколу. Мафака. Мафака. Ладно, дай поем, покупаем бонуску. Сейчас прям? Ебать, он быстро повернул телефон. У меня денег нет, все. Я тоже все деньги отдал. Куда? Почти все. На торги? На произвол судьбы? На торги, брат. Вот биток по 30 и все. И... Как вам? И все. Я лечу. Что? Чатик готов. Ой, как мило, это кому? Я рак. Сейчас я ищу. Азим, ты знаешь, когда ты меня с турецкими девчонками познакомишь? Ну надо выйти на улицу познакомиться. Нет, у тебя есть уже припасенные какие-то? Можем просто рандомно познакомиться. Да нет, ну блядь, злой, ты так и не понял, что твоя судьба — это Барби. Ее Николай уже зовет к себе Молдову, мне нет варианта. Чего, блядь? Чего, блядь, реально? Это мне подписчики доложили. Моя разведгруппа. Ага, и чего, она согласилась? Да, конечно. А к чему бы не согласиться? Не, реально? Ну, как доложили, так и передаю. Барби, Николай? Охуеть. Вау. Он ей заплатит нахуй за такси? Блядь, интересно, сколько этот маме еще будет жить, блядь? Не, ну если честно, то тема за такси, ну типа это... Ну, блядь, мог бы и заплатить, кстати. Ну, типа, это, ну, ты, типа... Ты был на агрессии просто. Ну, я, типа, считал это очень... Не очень красивым мовом. Что пишут? Это же... Вы поняли, как злой мысль? Типа, он ей подключил Dragon Money, а она за такси не заплатила сама нахуй. Ну, типа, если что-то из рода этого. Ебать, она крыса, получается. Да нет, не надо оскорблять ее. Ну, крыса — это не оскорбление. Согласен, мы никого не оскорбляем, тут факт. Сорян, извините сразу. О, можно. Не хотел никого оскорблять. Костян такой сразу на агрессию. Да нет, мне вообще плохо. Слушай, что у тебя по зарядке? Может, тебе какой-то подзарядить тебя? Ну, 14% у меня. Что? 14%. А, заебись. Кэт Казино уже пишет. Ждем стрим. А где моя оплата, Кэт Казино, блин? Так а что, вы не продлили тебе, что ли? Продлили, я жду оплату. Заскучает меня. Да, ну было классно с ней, да. Онлайн 16. Бля, ради онлайна только стримил с ней? Нет, в этой камеру, блядь, у тебя такой замазанная камера, брат. Чё никто не сказал? Не ебал. Не, ну я как-то вижу, видишь, пиксельно. Все нормально? Сейчас проверим. На самом деле, Барби со злым хорошая пара. Да. Может, вернуть все? Ну, напиши. У меня есть, ну, типа, вернись. А? Вернись, типа, приезжай ко мне в Турцию. Ну да. А что мне делать дальше? Ну вообще, это хайп тема. Хайп тема? Злой и Барби, возвращение в Стамбуле. Вау! Ебаный хуй, блядь, шатал, ебаный, ебать. Че там? Злой. Не, ну типа, а что, стримить дальше? Ну да. Жить с ней? Стримить Казиндополу. Ну жить, она, че, она убирается, готовит? Да хуй знает. Или она разбалованная такая? Я не знаю. Ну проверишь как раз. Не, ну мне надо такая хозяйка прям. Да. Ну, тебе надо, типа... чтобы тебя, блядь, с утра накормили, подрочили тебе хуямбу, блядь. Хуямбу с радостью. И потом пойти козыки башить вместе. Ай-яй-яй. Не, ну типа уют женщина должна устраивать в хате. Я не знаю. А ты что будешь делать взамен? Я все буду. Я зарабатываю деньги. Я вкладываю. Денег это недостаточно. Нихуя себе. Так в шалаш пиздуй жить, блядь. С мужиком, нахуй, который там не знаю, что будет делать. Как это? Для женщины важно, чтобы мужик зарабатывал деньги, брат. Это очень важно. Так ты... Нет. Это понятное дело. Тогда почему ты, когда знакомишься с женщинами, ты всегда притворяешься, что ты бедный? Ну я... Сука, ты долбоёб? Блять, притворяешься, что ты бедный. Блять, я не притворяюсь. Блять, а что мне сказать? Привет, я миллионер. Не, ну ты прям такой, типа, ну нет денег, нахуй там говоришь, это да. Я проверяю просто. Ну это, типа, глупая проверка, мне кажется. Типа, не, да я не, я не показываю, что у меня есть деньги. Просто, типа, блять, я что и говорю. Смотри, у меня на Binance 100 битков, ебать, круто. Да не, понятное дело, что это не так делается. Когда вы на машине в Европу в свадьбе поедете? Да. Уже едем. Уже непонятно, блядь. Не знаю, Вадю надо дёрнуть. Да нет, в смысле, ну типа,
Я никогда не говорю, что... Закончилось игры Габара, все будем делать. Все, сейчас будем делать. Я не говорю, что у меня есть деньги, я просто, типа, обычный тип. Но у меня всегда харизма берется, за деньги никто не смотрит. Ты все подготовил, чтобы выезжать? Серьезно, что? Как это? А что тебе надо было готовить? Что ты подготовил, подожди. Машину, там, документы. Какая машина? На Porsche. А, типа, ему подготовил? Да. А кто поедет, блядь? На Porsche мало мест. Там еще Гвин, по-моему, будет. Гвин, то он, блядь, соло нахуй замет весь Porsche как раз таки, блядь. Да не, у Гвина джип. Не, мы машину возьмем вторую. А, большую, биг? А кто будет за рулем второй машины? Гвин. Гвин, брат. А, с Гвин вообще не страшно ездить, ты видел его, блядь? Но ну, это да. Больше не доебой, больше в Европе не доебется, он просто охлапом будет ложить всем. Ну, типа, а какой стак поедет? Только Украин. Так, и что ты тут будешь в Стамбуле? Кто, я? Ты едешь? Я же не с России. Ты понял, какой он сейчас? Говорю, только Украин. Так а ты что не с России, что-то за Россию говорил? Россиянам же нельзя, герой. Да, говорю, а ты поедешь? Да. Ну так что ты говори? Ну без меня нам пропадет и нахуй. Я, получается, мной, Вадя, Наташа. Ты не видел, у Наташи есть просто виза. Здесь я такой, на спокойном. Я когда путешествую, очень ответственный. Я всегда все решаю. Мы на машине едем. В плане ты ответственный, блядь. Ну, типа, я решаю, ну, я, типа, да? Каждую минуту я что-то должен делать. Я не сижу в отеле, я должен проводить это время с охуенно. Девки, движухи. Ну, типа, выйти там трахать, покурить, да? Да, блядь, ну, что трахать? Ну, покурить, что покурить? Трахать? Да никого я, блядь, если бы кого-то хотел потрахать, то я бы себе в другое место ехал. Ну, так ты же летишь в Польшу как раз-таки, чтобы потрахаться. Не, больше я лечу к айсбергу повисеть с ребятами. Потрахаться? И потрахаться. Потрахаться не знаю, ну как получится, блядь, ну я не знаю, типа я не целенаправленно. Давай, только предупреди хотя бы. Не, Артур, Европа равно секс. Нет, это если бегаю улетел. Злояна вернется или нет? Не знаю, я не мы не общаемся. Как так, блядь? Ну такой я тип, я уёбок, чё поделать. Чё ты смеёшься, дурак? Не знаю. Ебла, блядь. Так и шо? Не, ну по факту, блядь, ну. Не, по факту. Ну тут, делаешь. Понимаешь, это жизнь, бро. Я типа, ну, я ничего плохого не сделал, только хорошее. И она тоже ничего плохого не сделала. Не, все хорошо, типа, никаких конфликтов, все нормально. Не знаю, типа. Я на члене, блядь. Что? Я на члене. Я на члене. Вырезал и ушел. Было дело, что. Я и так лизал, как падла. Ладно, шучу, ничего не лизал, все, пока. Да, понятное дело, что полизал разочек. Походу, не понравилось, блядь. Бля, злой чисто общается с девушкой, утирается в доверие, потом их бросает. Не так это, так, брат. Я скажу честно, бро, я... Во-первых, я никому ничего не обещаю, это сразу я говорю. Во-вторых, я никогда не вру, не пиздю. Типа, блядь, я тебя люблю, там, ты мне нравишься, пиздец. Я как чувствую, так и говорю. Ага. Во-вторых, никто никому ничего не должен. Ни я никому, ни мне никто ничего не должен. Когда поймешь, это станет проще жить, брат. В разы, поверь мне. Я это давно понял. И все, ебать. Да, это у нас, блядь, Милф Хантер, нахуй. Ладно, не Милф Хантер, мачо. Мачо, ебуны. Не знаю, у меня вот таких интересов нет, как у зло. Что у тебя? Я говорю, нет таких интересов, как у тебя. Так вы какие интересы? Ну, типа там за отвеститься, потом не отвеститься. Бро, такая, блядь. Так это наоборот нормально. Так я просто говорю, я же не говорю, что это ненормально, блядь. Злому гадалка нагадала крепких два. Не, ну типа. Хлопцы. Типа жизни видишь. Понимаешь, есть типа, я тебе объясню. Давайте я мне объясню и покажу, смотри. Да не, я твою логику понимаю. Не-не-не, смотри. Смотри, давай я тебе объясню. Типа... Ты такой общаешься, тебе малая такая симпатичная, ты не против выебать, но ты не чувствуешь никаких таких чувств, типа любви. Не-не-не. И т.д. Поэтому не-не-не-не. Ты ее обработал, блядь. Провели классное время, нахуй. Эмоции получил. Ну, секс тоже, блядь. Дело. Секс тоже большой роляет, блядь. Не пизди. Вот, вот типы, которые мне что-то могут предъявить, это у них участь в 30 лет вот такая, типа, чисто. С подружкой вот так подкатывать, с таким подружкой. Понимаешь? Что ты хочешь сказать, Елена? Да, блядь. Ну, что я хочу этим тебе сказать? А давай я тебе скажу. Я
из деревни и был участником такой хуйни. И, ну, был в разных... Был участником такой. Да, я был в разных кругах кентов, в разных кругах. И когда ты в деревне, и приходят подруги там, ну, я типа понял, я и слышал, и видел, но я типа такой хуйней не занимался. Приходят бабульки, и там, ну, уже пацанам по 25, приходят 40-летние типы, ой, девчонки 40-летние и пацаны 25-летние. И у них нету выбора, как приставать к этим бабушкам в моменте, потому что они хотят секса. Типа, для меня это грязная хуйня, я не люблю такое. Выбор всегда есть, мне кажется. А в Украине секс бесплатно? Ёб твою мать, блядь. Что? Говорит, в Украине секс бесплатно. Ну, если идешь в клуб, он все бесплатно или деньги должен платить? Какой клуб, блядь? Ты чё? Ну, проституция у нас нелегальна. Нелегально? Нет, конечно. Ебать. А тут легально, блядь. Да. Легально? Да. Тут легальная проституция? Да, почему-то все девушки сюда едут. Подожди, ты что? Нет, подожди. Тут налоги, если у тебя есть бордель, ты платишь налог. Да. Государству. Да. И ты можешь официально работать, ну, бабочкой ночной, да. Будем так выражаться, верно? Да. А, я не знал. В смысле, блядь, реально в Турции можно ебаться? Легализация проституции в Турции? А мужики, Турции, а мужики есть проститутки? VIP этих, как там, услуг. Конечно, да, блядь, VIP. Да, не в Турции, в Стамбуле только. Так, остальных нет. В любой стране дохуя таких теневых тем. Но, блядь, но на государственном уровне это нет, только в Амстердаме. А китикет в жопу можно засунуть? Китикет могут мне в жопу засунуть? Не, это только киберстат в стране. Проституция в Турции разрешена законодательством, хорошо организована на уровне местных муниципалитетов. Ибо что это такое, блядь? Куни. Не, ну типа, я вот эту тему, что я с типами понял, говорю. Вот я смотрю на этот ролик, я понимаю, что у меня могла бы быть такая же участь, типа жить в деревне, понял, бухать с типами. Это не обязательно и какие-то их старухам. Бро, я видел такой хуйни много, именно такой. Ну, надо, ну, блядь, ну куда этот тип лезет? Ну, блядь, ну. А ему нравится, ему похуй, ему нравится. Ну, он даже видит, что она, ну, блядь. Ты им говорил, что мне, короче, мерзкая эта хуйня. Что? А ты им говорил, что не надо так? Не надо, ему похуй. Что именно не надо? Ну, быть? Таким типам подходил, говорил, что не надо. Послушай, это их дело, брат. Это вообще, мне не нужно это говорить. Это их дело, их кайф. Я не имею права ему такое сказать, потому что, ну, тут нету ничего зазорного. Нет, это нет такого слова неправильно. Неправильно это когда он бы ее бил, это неправильно. А не, ну, когда он пристает к старухе и он хочет этого, я что подойду? Ну и что он хочет? Я так и какое дело к этому имею? Это же не моя мама. Так они сами разберутся там, ебать, ну что, не? Ну да. Ну типа, пошел, сказал, что вообще мама. Брат, это слишком, это неправильно с твоей стороны. Потому что, блядь, это свобода человека. Ну тип хочет пристать к милфе, пускай пристает, почему что? Чем? Почему ты должен ему мешать это делать? Ты, она тебе нравится или она твоя родственница? Если твоя родственница, конечно, да. Нет. Ну это чья-то мама злой. Ну и что, блядь? Нет, да. Бро, ну типа, блядь, ну ты ж не подойдешь на улице к человеку, который идет... Ты можешь с ней не являть? Типа неправильно, бро. Это то же самое. Азим, если девушка сосала, то кто она? Шлюха. Это тоже неправильно. Что за хуйня, блядь? Блядь, Азим, это тоже понятие. Осуждаю, блядь. Осуждаю. Нет. Во-первых, ты просто много пропустил. А что? Я знал. Да? Очень много пропустил. Ну, жизнь такая штука, что типа... Ну, блядь, ну... Ну, нельзя называть девчонку, которая делает оральные ласки своему мужчине. А если он не мужчина? Что? Если он не мужчина. А кто? В смысле не мужчина, блядь, а кто? Копеек, собака, блядь, лошадь. Ну, не ее мужчина, а просто так, незнакомый. Незнакомый просто на улице подошел. Брат, а ты вообще какое отношение к этому имеешь? Я просто вопрос задал, я ответил. Нет, ну типа, понимаешь? Злой, например. Я его буду душить, за. Алло. Пускай давай. Алло, это ебать, у нас тут вейп-машина. Нет, дайте, просто... пожалуйста, мне сейчас сядет телефон, блядь. Эвет. Давай я втяну, а потом передам тебе через губы. Иди нахуй, блядь. Ага. Бля. Первая затяжечка всегда сложно идет. У тебя есть зарядка?
Дома. А дома? Ну, с собой есть уже с этим. Но не такая у меня быстрая. У Азима есть медленная. А в чем разница? Мне бы чуть подзарядить, а то у меня сейчас сядет телефон. Сколько у тебя процентов? 7%. А, там, блядь, я зерна. Как бы сразу. Зара. Нет, уже есть. Дай? Да нет, твой уже дает. Слышишь, я зиму, смотри. Сейчас, секунду, я Роме позвоню. С этим объясню. Что ты им объяснил, да? Да мы уже говорили об этом злой 100 раз. Серьезно? Да. А что, а где вы так пиздите, что вы меня не зовете на такие темки, блядь? Ты спишь в это время? В 6 утра мы пиздим на такие, блядь, темы. Ты спишь в это время? Сука, сидите до утра, пиздите, и нормально. А как понять, оно заряжает или нет? Давай я тебе покажу, брат. Дай сюда. Да. Заряжает, брат. А почему? Я тебе больше скажу, Азим не хочет, чтобы к нему отсосали член. Что-что, Азим? Не хочет? Да. А что с ним не так? Она не найдет его там? Там заросли, блядь? Как это понять, блядь? Не хочет. Как нельзя, блядь? Что это значит? А, ну подожди, брат, ну тут... Но он говорит, типа, что твоя женщина будет это делать, а потом целовать твоего ребенка. Твоего ребенка, да, я слышал об этом. Давно, другой раз был. Не, я слышал об этом, ну может это, и не знаю, из-за их правил там. Я типа, ну... Не правила, это просто... Так будет, ну понятия такие. Ну да, это понятное дело. Не, ну да, но... Ну она же губы моет, рот чистит, зубы. Ну типа, блядь, она же моется, ну типа... Ты же говно же не будешь есть, потом чистить его, он тоже чистит. Так а при чем? Ну говно, что ли, блядь? Ну я тебе привет. Да не, брат, ну это же... Блядь, ну твой член, ну камон. Это же не говно, типа, это... Блядь, а злой, ты что это рассказывал? Что? Вот это. Блядь, подожди. Видел или с нет? Коляской? С люлькой? Да. Ты, я же на стриме рассказывал на 30 тысяч онлайн. Брат, ну типа тут уже каждый как хочет, так и понял, и воспринимает. Но лично мой взгляд на это, типа девчонка, которая сосет кому-то, она не шлюха, знаешь, это кто? Это, во-первых, которая за деньги, это раз. Во-вторых, и которые изменяют, это два. Но даже тут-то есть. Если девушка ебется в нестандартной позе, она шлюха. Блять, ебать, так что? Хуяся, блять. Да. Не. Есть такое понятие. Да не, ебать, просто. Азим, то есть, по-твоему, ебаться только ради зачатия ребенка? Не по-моему, я просто говорю. По-моему. По-моему. Азим, а ты знаешь, что можно, типа, оплодотворить даже без сексуального, да, акта? Можно... Без полового акта. Чего, блин? Серьезно, есть суррогат? Да. Ты можешь даже не заниматься сексом и дать свою сперму, ее закачают туда, если ты не будешь секса. Может выпрыгнуть? Нет, послушай, есть такие тоже нюансы. Малая может себе засунуть туда. Например, ты можешь подрочить, отдать кому-то, продать свою. Ты бы так делал? Нет, ты что, зачем? Чтобы потом не говорил, я твой батя. Ой, я твой сын. Я твой батя. Миллион долларов предложить, ты продашь свою сперму? Конечно, блядь, ты шо? За миллион долларов, блядь. Кто ее купит за миллион долларов? Блядь, дядь, ну, сперма это типа, ну... А если скажешь, тебе 15 сперм потрачить надо? Что? 15 раз надо потрачить, сразу, да? Я не только понял, типа 15, кому 15? За день. Можешь? Слушай, у нас же ерегабары какие-то, или что, я понять не могу. За деньги нет? За деньги, да. За деньги, да. Миллион долларов. Блядь, да за миллион долларов, типа, да ты за миллион долларов, блядь, я отсосёшься. Да Зим бы ничего за миллион долларов не сделал. Нет. Да? Нет. Да я бы точно. Ладно. Слава мне 40 миллионов. Ты бы... Что ты сделал? Полежал. Кому? Просто любой. Девчонке? Любой девушке. А Зим, за миллион долларов бомжихи бы полезал? Подожди, ты не готов, да? Брат, ну сложно будет в отношениях. Ну, не, ну на каждого, типа, своя девчонка, типа, будет. Злой суррогатный отец для более 1000 детей, это все благодаря тому, что сперму злой всегда оставляет в общественных местах. Подожди, Слава тебе предлагал 40 миллионов, чтобы ты полизал киску? Да.
Ты отказался? Бля, Азим, ты реально, ты как Иван Золо, блядь, колы не попьешь за 3 миллиона, а потом... Нет, да, брат, а ты не понимаешь. А потом бесплатно попьешь. Просто, я не первый раз такое слышу. Типа, я, ты думаешь, я первый раз такое слышу, что мне так люди говорят? Нет. Типа, это их дело. Нет, блядь, это понятное дело, мы просто интересуемся. Мы не будем никого переубеждать. Тут нету никакого презрения, убеждения. Ну, типа, оно просто в обществе, в моем обществе, допустим, в моем понятии, в сексе должно все присутствовать. От чего, как пара. Азим, а как тебе тот факт, что мы, типа, все дрочим хуй, потом здороваемся? Нахуя ты ему об этом сказал? Че, теперь не здороваться? Нет, подожди, брат, он по факту. Да, ебать, Косян, а что ж мы теперь получается? Как мы теперь? Ну, не кенты? Я дрочу и здоровую с тобой. И что? И ты так же делаешь. Это же другое. Ну это другое! Ну, блядь, ну... Да не. Это нормально? Дрочить, это просто что... Брат, ладно. Ну вообще... Ебаться это просто вот так. Бля, ну Иван Золо турецкий, ты что ли? Я понял. Иван Золо, блядь. Это не кола. Ладно, дай курилку, брат, ты присасываешься жестко. Не, ну Иван Золо это такой кадр, блядь. Пиздануться просто. Зло, у тебя была ночная полюция когда-то? Один раз в жизни. Нихуя, ты прям запомнил? Да, потому что больше не было. У меня не было. А у тебя Азим? На протяжении 15 лет каждый день. Что ты хочешь? Я тоже. Ну, почти каждый день. Иногда бывает нет настроения. Бывает два раза в день. Вчера было два раза в день. Утром, вечером. А три? Бывает и три. После ног, блядь, когда я ноги нихуя сделал... Нихуя ты дорчил. Но зато когда с малой живу, секс, ну так через три раз, три дня хочется. Раз-два иногда. Работает. Понял. И когда живешь с девчонкой, секса не так часто хочется вообще. Вообще как-то не так круто. Мне кажется, если у Костя жил бы девушка, он бы, блядь, каждый час ебался. Да нет, это первое время такое. Мы, понимаешь, мы привыкаем быстро к хорошему. И нам нужно наоборот немножко так останавливать себя, чтобы не чувствовать вкус. А кто-то кончал в трусы до того, как начал дрочить? Я не было такого. Чё, блядь, это типа что надо... Ну, ты, наверное, давно не дрочил. Может, оставим Макса, пускай поспит, а сами пойдем купимся. Пускай поспят. Хз. А и надо. Не стрёмно их оставлять тут? DHL 0, да? DHL 0, да? Азим бэк. У них не везет никуда? Дюн вермишлер. А? Дюн вермишлер пакеты. Yani sistem almış içeri, Türkiye'ye almış. Yurt dışından geliyor. Ne olacak şimdi? Cuma gününe kadar da değil. Cuma günü akşama paket şeye gelecek, adresi. Злой, как тебе такое? Девушкам нравится, когда злой делает куни, потому что это единственный способ, чтобы он завалил ебал. Хороший комплимент. Я тоже никогда не лизал, не знаю как. А не лизал пизду? Киску. На киску не лизал? Пуси. Никогда не лизал? Нет. Че ты пиздишь? Не знаю. А ты где? Не знаю, как это, брат. Че ты пиздишь? Не знаю. Ты, блядь, люльку нахуй лизал? Пиздешь. Куда мы едем? Алло. Уже в ТЦ, не? Да. Пиздит, пиздит, чел, сопудов. Лизал нахуй с кайфом, блядь. Представлял нахуй, как Бонску покупает в этот момент. Представлял Барби. Что ты, блядь, шкиришься нахуй? Не знаю, как-то, блядь, ебаный хуй. Неловко, да? Ну, не знаю, блядь, что-то, блядь, ебаный хуй. Ты его часто представляешь, когда дрочишь? Каждый раз. А что тебе больше нравится? Грудь ее или попа? Не, представляю, как вы ебетесь с Барби, меня это возбуждает. Так вот, что ты не хочешь ехать к Барби в Ригу со мной? Поехали к Барби сесть? Да иди нахуй, блядь. Поехали. Иди нахуй. Да иди нахуй. Пип. Я нет. Зачем мне это? Смотришь, как мы висим. Ну, со стороны посмотреть только. Нет, ты же стримить будешь, я могу стрим посмотреть. Сколько секретов для тебя зарегистрировать, что мы хотим? Надо
Че, ты выспался? А? Выспался? Не, не выспался. Невозможно на ходу спать. О, смотри, Артур, я тебе такого подарил, только маленького. Шакуна ебаного. Вади, Стамбул. Так, а Макса забыли, но он спит. Надо 18 минут. Пусть спит. Он тут в машине будет. Надо быстро сходить, взять 4 минуты. Угу. Сейчас я вас положу на этот. Ложи меня, блядь. Ёбаный. Я бы закинулся, если бы меня оставили. Так в смысле, ты же спишь, наоборот, кайф, нет? Ты видел там этот? Камера была. Да. Вот там камера висит, вот это. Я, если бы вот с твоим ростом ты бы стукнулся головой. А я прям вот так вот понял, вот так прошел. Не, не видел. Бля, меня, ну сука, заебало падать повсюду. Нет, это нормально. Гарагеча бум-бум-бум, гарагеча бум-бум-бум. Антимаг. Нифига. Hands, hands, hands. Здесь мои hands, 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 ебать. Несется нахуй. Бурь-ба-ба, бурь-ба-ба, бурь-ба, бурь-ба, бурь-ба-ба. Куда? Зим-зим уже нахуй исчез скоро. Джибелька. Пати-бокс? Пати-бокс на месте, ебать, работает. Блядь, интересно, кто-то реально захочет купить колонку, когда услышит такую музыку? Кто? Ну, кто-то, только? Блядь. Ну. Так она охуенная. Я бы купил, блядь. Ты бы захотел купить колонку? Да, похуй, я у Вади взял. А, ну тебе, да, нахуя она нужна. У меня, кстати, нет колонки. В чем прикол было Макса ехать чисто похавать? Не, мы сейчас будем стримить. Злого будем готовить блинчики, он будет снимать. Костян, прыгай как шейкер. Тут нет толпы особо. Шейк. А, чат. Какую способность из доты бы вы хотели себе спиздить? Способность из доты? Да. Способность медаться. Да. Блять. И что ты, блядь, чипса бы нахуй захавал? Золото чисто было. Чипс нахуй поедет. Ультрастарма? ТП Леона? Может, Рики Мару? Может, Рики мама? И знаешь, еще один блокера. 10 способностей. Я бы торнадо кастовал метеоры, блядь. Не, именно одну способность. Что? Именно одну способность какую-то. Так у него там все. В смысле, ты можешь только одну взять. У инвокера 10 способностей, у других героев по 4. Левич? Ласт. Ласт? Я... Азима, как тебе способность пугнуть и пососать чисто? Я бы взял пассивку этого. Алхимика, блядь? Сала. Сала? Сенеса. Не башил бы типовый пиздерный фитилек. Да, блядь, тебе надо этот. Тебе надо пассивку у Гармага. Представь, ты покупаешь одну боску, а падает три. Трех слотах рандомный, да? Да. Да, я пробовал. В разных слотах, понял, падает, бля, ебать жестко. Крит БХ. Ультура Квардена чисто взять копию свою и ебануть. Ебать! Ультура Квардена взять свою копию и посадить стримить нахуй, а самому пойти дрочить. Блять, ничего, Труксел написал, не дай бог интернет закончился, блять. Да, маску и на глаза. Да не, это какая-то хуёвая маска, нет? Я нормально. Давай, и на глаза. В смысле? Маску и на глаза? Злой. А как тебе... Способность морфа превратиться в Барби и подращить самому себе. Хватит, блядь. А? Хватит про неё. Костян, что-то разошёлся, ебать. Сорян. Вот такую давай. Похуй, давай возьмём вот такую. Всё, нам больше ничего не надо, да? Всё, пойдём. Нет. Окей. Оставим пока это забыли. Excuse me. Excuse me. Будешь Костян Баблти? Подожди. Что это? Ты будешь Баблти? Бабл-ти это что, чай какой-то?
собственно, я пошел к ним. Bubble Tea, что это такое, чат, блядь? А что это такое, Bubble Tea, вот это? Это шарик. Ну, ты не пробовал? Нет. Это чай с, короче, шариками. Не обязательно, он может и горячим быть. Тональный? Там шарики прикольные. А тут есть что-то кофейное такое? Тут вроде кофейные тоже есть, типа. С такой штукой. Не, вот там написано. А? Там написано, чай. Ты не пробовал такое? Нет. Там шарики такие, как желе, понял? Его пьешь, типа, и потом засешь еще. И грызешь, нахуй. Я бы взял скилл этого. А я знаю, какой скилл у Вазима. Минера. Какой? Какой именно? Второй? Ясно. Второй, да. Вазим обиделся. Ему самое Вадя говорит, заебал. Он, знаешь, что я написал? Все. Надеюсь, ты нас не подорвешь на концерты Моргана. Да я не слышу. Долбоёб, что ли, вообще? Нахуй ты это говоришь, блядь? Тише. Прикинь, я заспланировал вот это все. Да тише, тише, еблан, сука. Хватит, блядь. Зараза хуярить, блядь. Ебать, не хочется уже на Моргана что-то идти. Блядь, зачем я сказал, я спалился? Ебать, блядь. Ебать, я спалился. Я не знаю, я на Моргана, блядь, иду. Я не планировал идти, блядь, опасно, я ебал. Не, я иду туда, нахуй, просто девочками знакомиться. Ага. О, я тоже. Хоть с одной познакомиться. О, или там же будут русскоговорящие девчонки. Я для этого еду, блядь. Бамоунти. Смотрите на них, смотрите на них. Хоть бы с одной познакомиться. Бамоунти, плакат Бамоунти. Давай плакат Бамоунти сделаем. Ой, нас подпит. Пойдемте протик возьмем, блядь. Что? Протеин возьмем. Кому? Тебе, пойдем. Нахуя? Будешь крепкий, пойдем. В смысле? Ну нахуя ему надо, блядь, посмотри на него, блядь. Какой ему протеин, блядь? Протеин возьмете? Дай, дай ему, блядь. Сахарочку. Не, если я возьму протеин, то я буду этот, нахуй. Что? Ходи в зал. Я иду беру тепло. А ты так сказал? Так ты знаешь, какой надо? Да. Есть Варик, там встретится Костик. Ты хочешь ходить в зал? Ну я могу. Давай возьмем братиков. Только без опасности. Взять братиков, чтобы тебе подготовили к залу. Хочешь? Да, мне можно без стрима просто, похуй. И мне это не обязательно стримить. Я могу без стрима. Просто покачаться чуть-чуть, походить. Мне ты будешь чувствовать себя лучше. Я понял, надо для набора массы. Есть милкси и фрукты. Они тебе сделают для набора. Давай. Что за боба? Боба это охуенный. Что шарики. Да, не протеиногейнер, я понял. Ты слышишь, как ты меня называл, блядь? А мне бомоути вкус. Такого нет, брат. Короче, бери, короче, необычный чай. И просто шарики туда пускай не кидают. На а короче, мне не... тоже Black Tear Tea. Не tea, но sugar. И карамель. Так, это очень Black Tea. Печ так и назвал джам, марк. Анчина мазламыш. Кто же там? Три-четыре. Три-четыре. Раз, два. Бля, как вы пили? Три. На ледочке, блядь. На что? Пиво, водка, что-то там. Пиво, наша. Водка, пиво, водка. Не. Коньяк, водка, пиво. Водка, пиво. Да не-не-не. С вами не был. Бля, я помню, брат. Забей, что-то да там. Все, да, не, давай не надо вот это в тусу вот. Что-то наша лодка класс. Блядь, я забыл, брат. Вообще, мы все забыли. С головы вылетело. Это меня тупал, ебать, туда охуенно было. Да, там такой, такой контент, как Вадю воду скинули, блядь, это вообще разъёб. Ебать, Вадя нагребил. На секунду. А когда это, где? А ты с нами тоже не был, что-то красиво. А где? А он же не приехал тогда, мы же в Анталии были, отдыхали. Ты заказал? Водка, пиво, водка, пиво. Под конец корпоратива, под хорошие мотивы. 4 лиры, блядь. Чё? 4 лиры. Не. Мини. Всё, ряд. Костян при желании может проглотить скиллза за 5 секунд. Не, куда, блядь? Но с яичками за 10. Да, Костян пиздец огромный. Не, он такой. Я? Тип говорит, братики не приехали, говорит, да я их с одной вырублю. Приехали, ходит вот так. Шапку на глаза навесил. А зачем вообще их вырубать? Они и так вырублены.
На одном лицо скажи им. Братика, не хорошо. Пусич. Скажу. Они тебя просто, блядь, за один прием пищи сидят. Я вот так сделаю. Ты им на два приема пищи, брат. Знаешь, да, что еще одинаково поделят. Знаешь, да. Да, да, да. Вот так вот, что у тебя останется, только ногти от тебя. Бля, ты так свой член бросишь. Пенис свой. А я кипяточек летит. Бля, а чай холодный будет? Нет, ну, блядь. Колтия, обычно тол. Ну что ты ядро что-то понял? Колтия, дядь. Бля, как долго, брат? Ладно, я иду посмотрю, как его делают. Такой две что-то делается. Лезючка. Такой набираются всякие рогель-могель. Ладно, я не буду пить чай, что-то я не хочу. Ладно, Азим, я не буду пить чай. Я у вас попробую. Спасибо за рейд, спасибо. Киберрейд, спасибо. Спасибо огромное за рейд. Делаются всякие тут приколы у них. Прикольные. Вискас, привет. Привет, Киберстас. Спасибо огромное. Грейдулю тебе дали. Киберстепана. Да, Киберстас. Я хочу, знаете, что сделать? Я хочу вас вот так вниз спустить туда. Я хочу вас с балкона спустить вниз вот так. Получится ли у меня или нет, чат? Вот так. Вот так, типа скрытая камера. Скрытая камера. Нихуя там, вы видите эту штуку? Шейкер, смотрите как. Нихуя, ну. Да, брат. А ты можешь не материться в местах не столь отдаленных? Ладно, парень, это моя очередь. Слушай, тебе берут заказ или ты мне на терпилочек стоит? Мы ждем, пока не просто. Все будет болтываться. Если не сделают еще раз. Это шейкер называется. Шейкер? Шейк, шейк, шейк. Шейк, шейк, шейк. Шейк your booty. Бля, ебать, дядь, мы тут 20 минут будем, я сейчас. Ой, блядь, 10 минут осталось еще. 16? Да. Я запущу уже в хате аж. Нет. Все равно. Ладно, я иду садиться. Вы себе делайте, я буду еще пиздеть. Не, все, я сажусь, я сейчас там пизжу. Рядом с малышкой. Все. Что-то стоять с типами, да, пацаны? Мы посидим, мы пацаны ровные, мы можем приземлиться. А что, чат закрыли, что ли? Открой чат. Телочки, злой, ты любишь меня? Сука, дощик. Очень люблю. Очень люблю. Очень люблю. Вопрос злому. Яна или Таня? Твоя мама. Ладно, шучу. АФК-чат. Скобочки. За шо? Это за шо? Когда движ Париж? Вот сейчас пойдем ко мне, я подрублю и будем готовить. Шейк, шейк, шейк. Шейк, шейк, шейк. Шейк, шейк. Как вам мои педали? Подкрадули. Как вам оценочку? Илюха прилетит во сколько? Я не знаю, он мне ничего не говорил. Шейк, шейк, шейк. Но надо с ним увидеться. Шейк your booty. Шейк your body. Шейк, шейк, шейк. Кстати, Илюха. Он полетел уже? Сейчас мы ему наберем. Установка соединения. А он уже прилетел или нет? Я...
Дядечка, ты настолько тут дней. Короче, что я тебе предлагаю, пусечка моя. Ты прилетаешь завтра вечером ко мне в гости, приходишь в 6 вечера. Да? И мы с тобой возьмем ребят, пойдем в сауну, пойдем в бассейн у меня в ЖК. Купим тебе тут шортики. Будем парить качана и плавать в бассейне. И пить чай турецкий. Еще я покажу тебе ресторанчик в моем ЖК классный. Все, послание пошло. Бля, чуть ключи не проебал свои, пиздец. Долго до дома идти? Нет, через дорогу мой дом, ребят. Бля, ребят, а хули так долго? Азим. У меня пацаны ждут. Когда Казик? Послезавтра. Будет видос на 24 часа стал турком. Ха-ха. Может, он захочет что-то со мной снять, но у нас времени не так много. Время у нас до воскресенья. Когда я на YouTube вернусь, Куни, не знаю, не скоро. Бля, ебать, 20 минут ждать, пока сделаю чай. Короче, бля, мы на кружках подписали. Азим говорит, типа, как, ну, типа, у него спрашивают, как подписать кружку. Типа, имя, понял? Но. Он ему говорит, Костян. Он ему, что он подписал? Грусть? Грустян? Гростян. Гростян. Что-то такое, понял? Да, блядь, вот это чай. Азим вообще кружку у него забрал, меня подписал чипс на русском, нахуй. Горогача бум бум бум, горогача бум бум. Можем еще басис у себя сходить. А Калик, ты любишь курить? Я? Ну, иногда я люблю покуривать. Злой, скажу, что ты на ту. Я не знаю, зачем, что за вопрос, ничего, ответить на него. Костя лох, за что ебать? Азим, брат, а что так долго? Это же Азамат Айталиев. Помойте спад тут, нахуй. Помойте. Сколько стоит? 4 штуки, 194. А ну-ка, 4. Я 2 взял. Три кого 2? Ёба, ты офуел? Ты хотел пузо убрать? Это же можно, это чай. Чай, блядь, с, блядь, брат, с этим сахаром. Боба, чай с сахаром, вот поэтому я не хочу его пить. Он с сахаром. Я попробую. Да, по идее, можно мало его добавить. Я попробую, но типа, ну, мне можно, но я не хочу сахар. А он калорийный, да? И как? Ну, сам сахар, он вреден для организма в целом. Типа, вот этот сахар. Если ты хочешь что-то сладкое, лучше фруктику поесть. И он, да, он углеводный, очень много... Что, мы сели, мы ждем заказ. Воду задерживает вот это все. Блять, у меня запросы нахуй в этом. Я так люблю. Ой, тише, блядь. Хороший бак. Когда Стаска приедет, какой девяткин? Хотелось бы, да, его тут? Потрогать. Мне кажется, Стас приедет, мы все деньги свои ебем. Куда? В ноль. Казик? Так, блядь, надо. Стас на 400к вчера сделал бонус-бай. У него бонус-бай было 300к. И он за 20 минут все ебал. Серьезно? Слава сказал, тебе закинуть. Нормально. О, Слава. Это Слава? Слава. Сколько ты еще будешь? Слав! Ебать, нихуя ты носом работаешь. Фрукток фруктоска. Да, фруктоску люблю. Опа. Макс уже турки ебут в машине. Да вряд ли. С кайфом. Как ты относишься к тому, что мы действительно дрочим и здороваемся? Я тоже дрочу. Мы здороваемся, брат. Ну, потом ты я прям типа, не, если честно, я прям вот когда до того момента, как сидим здороваться, всегда обычно кончаю прям на руки сеть. Типа и не мою. Я не мою тоже, да. Ладно, а если, смотри, у тебя будет сын, и ты будешь, допустим, дрочить, как ты его сможешь взять на руки? Ребус, брат. Стой, мой сын подрочит. Нет, ты сам себе, но у тебя есть сын. Ты сможешь его взять в руки потом? Да. То есть все нормально. Это значит, малой сосать нельзя, чтобы его не целовало? Я же не буду ему в рот накидывать. Тихо, тихо, все, блядь, не надо, брат, все. Тихо, 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 блядь. Тихо, тихо, все, я понял, блядь.
получается, если ты подрочишь и будешь здороваться с сыном, то твой сын будет здороваться со своими братьями? То, что ты то же самое делаешь. Да. И он. О, все, сделали вам? Хуй знает. Да есть же, ебать. Битан кола. Я тебе дам птичку. Пойдемте. Телефончик-то не забудь свой, смотри. Ой. Ты ушел, да, уже? А ну, можешь Несется. Взять их тоже на ручки. Ты возьмешь мой лимонад? Давай. Это чей? Ебать. Мадам. Так это страубери. Вот это? Да. На вот это попробуй. Опа. Ебать пахнет. Ебать. Я даже не заснял процесс. Давай твой. Протыкай эту суп. Ай-яй-яй. Посмотри. Ну ёпту. Ну Артурио. Несется? Что-то в ротик попало, нет? Залетело? Очень сладкое. Там шарики, да? Залетают в ротик? И как они тебе? Надо тебе их отдать, бро. Прикольно? Прикольно. Шарики лопаются прям во рту. Шарики Боба. Этот уже, блядь, уже там подпил, тут подпил. Ёбаный сыр. На, держи. Сейчас. Повербак. Ебать вкусно, но... Пойдёмте. Белое чё? А, все, развисло. Сори, лаги в ОБС. Ой. Давайте быстрее только, чтобы мы успели. Бывает, пацаны. Купи и над себе. Я тебя выбросил сейчас в мусорку, дурачок. Пойдемте? Чехол купи себе. Да твоя жопа мой чехол, брат, ты чё? Сингапур? Ну, не пустили, мне не дали визу. Не смог полететь, пацаны. Несемся. Я своего сына назову Чипс. Ебать, а мы умеем готовить, пацаны? Мы сейчас будем спорить, кто в глазах, кто в ушах. Ножнички поиграть. Ножнички? Подожди, мы втроем будем готовить команду? Да. А, знаем, будем команду. В смысле, а Макс? Макс снимает. А, реально, душики там? Нам сюда. Не знаю, да, ты как работаешь? Да, я тут уже не первый раз, блядь, лужу. Вкусно? Да, это прикольно, если я попробовал. Я пробовал только что. Да. Он самый вкусный, самый вкусный, кстати. Белый. Не, с нами Юля не поедет, с нами Макс только. Член. Бомончи. Покажи пресс. Тренировки нормально. Сегодня после стрима пойду еще побегаю. Кардио сделать надо еще. Немедленно ходят. Я так привык быстро ходить. Я бы вам показал, как я быстро хожу, блядь. Прикинь, Макс в ахуе просыпается, нас нет. Ты видишь, там фонтаны танцуют? Да, вижу, да. Ты видел такое? А? Ты видел такое? Ну, фонтаны танцующие. Да, ночью? Да, ночью туда не светится, это вообще пизда. Стамбул. Я
Ты шекуляр. Да, в Дубай. Чисто надо в Дубай свозить. Это пока молодой, бро. Вот я живу там. Because I'm happy. Party-roll, party-roll. Максим видит уже третий сон. I'm happy, come alone. Здорово, чатик, как дела? Как вы? Как ваш ебал шатал, ебал дрочил в жопу? У кого за нас собачка прямо сейчас присоедините? У кого нахуй линия будочек на 3х нахуй? Ай-яй-яй. Кто за нов дог присоедините? Кашки в чат. Кашки зовут. Кашки в чат. Чат, встаем. Кашки в чат. Бар-бар-бар-бар-бар-бар. Сука, сильно сладкая тварь. Да, ну то было дело нормально. Костян, я пацку по 100 рублей поймал. Кого поймал? Починку? Наверное. Я поломку по 100 рублей поймал. Починку? Нихуя. Сколько выпало? Все, хуйня, врубай газ. Да впадло, может завтра. Максим! Максим! Ты можешь вечером? Ну, если тайминг будет. Каз басик. Просто я... уведомления вроде не будет вообще. Возьми в басик ноутбук. И с басика пошел еще. В сауне пока греешься, ебать. Казик, нахуй, всегда успеем постримить. Надо чуть-чуть расслабиться от казино. Ну че, надо хотя бы, блять, может попробовать тебе заставить хотя бы недельку там от казика отдохнуть. Не надо. Почему? Нахуя? Ты же без стрима играешь. Смотри, у нас вон. Ну вот, а заставить тебя не играть без стрима. Ничего заебать с этими нахуй. Я, кстати, проебал деп на кик. Поздравляю. На стейке проебал депчик. И еще $1000 проебал. Нормально, несешься. Уверенно. Не все, я остановился. Вот это, в респе мне, да, что я остановился? Да. Что будет 20-го? Что? 20-го. Ты же знаешь. Нет. Че нет? У тебя что будет? Что у меня будет? Пару дней назад заснимал, ну да. Ничего не будет. Ты же писал. Костя, он живой? Макс, да. Because I'm happy come along if you feel Азим любит. Пенисы. Дрочить. Сосать. Ебать. Куда чат-рулетка? На кике? На кике, кстати, можно реально в чат-рулетку сходить. Ну я когда-то не видим. В смысле, блядь? У кого? У чипза? В смысле? Что в смысле? Я самый известный чат-рулетер. Ну, а ты на ютубе, да, давно, наверное, сидел? Да. Чат-рулеточки я ебашил. Крипта выросла. Тихо. Сколько эфир? Сука, я заработал. Сколько биток, сколько эфир? Плюс 200 баксов сюда. Куя? Ну, на 1% выросла. Заносит, ебать. Такой вопрос. А что будет, если... Куда мы едем? Домой. Помочь, да? А что будет, если биткоин упадет на ноль? Биткоин что? На ноль упадет. Пизда будет всему. Че, деньги, блядь? Кому всему, пизда, но не всему. Всему не будет пизда. Будет пизда только таким, как злой. Николь за мной, квадроциклеры едут, ебутые. Я бы только покатался. Ладно, чат, какой шанс, что типа завтра просыпаемся и биткоин реально ноль стоит? Что будет, хаос будет или нет? Ну все, один реал. Смотри, Костян, снимай вот этого человека. Что? Ебать, нихуя себе. Я тебе говорю. Мы же подожди, там какое-то сообщение было. Ну все, один реал есть, теперь ты не только казэкстример, можно опять полгода казино. Пойдем,
глянь, это даже невозможно. Ну, невозможно. Там около 100 миллиардов долларов примерно. Серьезно? Ебать. Может, меньше чуть-чуть. Ну, просто написано, что за 24 часа торгов только совершено 24 миллиарда. Не знаю, может, чат. Какой объем криптовалюты вообще в долларах сейчас? Есть издатель сейчас криптовалюты в чате? Как зовут этого, блядь? Кто создал биткоин? Саша Камень. Купили Саша Камень. Ну, в криптовалюте очень много денег. Тебя вообще ебет, нахуй иди. Опа. От тебя один, походу. Сашими? Вроде вон. Блядь, интересно, что будет? Что будет, если интернет убьет? Миядзаки? Сука, не помню, блядь. Ну, в принципе, похуй, что ты его создал. Ты что, вообще, что ли? Ты можешь логику включить свою? Бля, ну ты все. Дядя выебу Пузич. Завтра, я не Пузич, чат, я буду брать бонский лын, мне похуй. Ебать, нахуй, да? Вопрос какие-то задает, как будто ему так лет. Пойдет метеорит, все, умрем все, нахуй, так и будет. А что ты сделаешь? Ничего не сделаешь. Засейвить даже можно. Никак. Блять, планета расходится на твоей. Чат, мне Стас все еще не вывел 500 тысяч, нахуй. Взять private jet. За тот общий, блять, бонус байк. И сколько ты пролетаешь? И лететь, пока все не закончится. Земле не когда это стрим был, блядь, сколько дней уже прошло? Там же это будет раз. Озонового шара не будет. Ты просто, блядь, открытый космос нахуй. Кислорода не будет вообще. 4 дня, блядь. Ты дом выводит по ляму еще каждый день. Почему Стасу не выводит, блядь? Стас поставил на вывод. Просто он не отвечал им. Они мне писали. Он не отвечал? Да. Стас не отвечал? Да. А что, он охуел? Он бухал, ебать, усиди. Да, он бухал. Ну так проценты накапали, пусть мне 600 тысяч скидывают. Правильно. А мне вывел, кстати, мои деньги. Ну тебе да, потому что ты пусич. Я пусич? Зато у меня деньги свои есть, а твои где? Где твои бабки? Сейчас будут, блядь. Где твои бабки? На месте. Лучше синицы в руках, 2,5 раза больше. В небе. 2,5 раза больше? Да? Да. Ты богатый. Я вижу. Куда ты платишь за все? Бикозаем азим. Рыночный капитал 415 миллиардов? Чат, ты серьезно? Ебать. Че, как МБшечка? Что по крипте? Какой объем криптовалюте вообще всемирный? Чатик. Чатик, конечно, знает, блядь. So чатик все знает, он умный. Да я ебу. Факт. Блять, да хуя кто не знает, что такое крипта вообще, блядь. Челы в розыгрыш выигрывают, просишь у них, блядь, скинуть USDT, они тебе скидывают хуй в жопу. Блин, мне тоже надо открыть USDT. Бля, может мы лучше пешком подошли до дома, блядь? Да, кстати, если. Куда он ебашит нахуй? Я до Бамонти? Дай, бабе. Дай, бабе. Вере гидиорис? Скайлер. Бурда, ма? Я ордан гечиш йок, трафик ларби. Там гечиш йок, ясак. Трафик проблем? Он сказал ясак. Трафик проблем, нахуй, моя любимая фраза. Бурда? Он сказал ясак. Он сказал бурда. Ага. Бурмалда, брат. Что такое бурда по-турецки? Здесь. Здесь? Здесь и сейчас бурда на канале Злой Ян. Бурда in my channel, guys. Бля, мало того, что я и так на трех языках одновременно разговариваю, еще и турецкий, блядь, добавили. Да ты ни на одном языке нормально не говоришь. Я на языке пахнул, хорошо. Чипс, в чем пиздит этот, блядь, шпага вот эта, блядь? Палка. Длинная палка, чтобы говно мешать, блядь. Сейчас мы помешаем. Ты что, великан, блядь? Дядя Степа. Ебать, машинку поцарапали, блядь, я ебусь. Только ты не милиционер, дядя Степа, блядь. Там кушали дядя Степа? Ты бурмалда, дядя Степа, блядь. Да, мы кушали дядя Степа. Какие дядя Степа? Не, были же такие резинки? И рисы. Не, бро. Я резинки не кушаю. Я дядю Степу уважаю, блядь, зачем его хавать? Да. Ты призик в руках держал хоть раз? Бля, вы что, я? Где? А ты же с костином сдавался. Дай ему подержать. И что? И что? Он намекаешь, типа, я гандон. И что? Понял? Бля, так сложно, знаешь, шутить, блядь, когда никто не понимает. Это просто пиздец, блядь. Кую большой член, и что? Сосу большой член, и что? Мы порядочные? То есть ты уважаешь секс без гондона? Нет. Только с презервативом. Секс только с презервативом. Никаких. Никогда не ебался без гондона, злой? Только с девушкой. Что, ты умрешь? Нет, бро, ну, блядь, ну, во-первых, может залететь. Во-вторых, ты, если это... Как будет залететь, если ты не будешь? Брат, есть вероятность все равно. В смазке есть сперматозоиды. В смазке?
Смазки, да. У тебя с пениса при половом акте выделяется смазка. Блять. У нас этот. У нас, блядь, этот сексуальный подкаст. Да. Припуси районная. Ага. То с фрезиком только. Хуй ты знаешь, кто у него что сувал. Артур, а мне не нужен презерватив, я сам гандон. А, бро, с такими успехами, блядь, сифилис ждет тебя нахуй. Но только с презиками, без них никуда. А сифилис как появляется? Повидается половым путем. Но как оно появляется у кого-то? Гнить нахуй, у тебя хуй начинает. Откуда он знает? Такие вапки появляются и начинают... Ага, откуда он все это знает? Я просто изучал все это. А если гнить, знаешь, прям овар или... Овар! С презиком. Повар. Так. Есть много разных болезней без презерватива. Нахуй надо, бро. Один раз одел, ладно, не те чувства, но ничего страшного. Сосать можно без презика. Ты всегда сосал? Сосать, ты сосал, пробовал? Пробовал? Извините. Не, я всегда с презервативом, да. Сосешь? Да. Но если подруга будет сосать... А девушка сосет? В презервативе? Да. Тогда можно, да? Может сосать в презервативе. Брат, так это через резинку. Конечно, можно. Бля, только Сосел не понимает нахуй по-русски. Нет, ты. Что я? Блядь. Конечно, без, блядь. Ну нахуя, чтобы она сосала в резинку? Блядь, а может у нее во рту, блядь, что-то? Че, хуй мой, блядь? Нет, какой-то вирус. Еще другой? Какой вирус? Коронавирус нахуй через член подхватишь, сука. Ну я не знаю, через лотовую полость можно что-то передать на пенис. Да нихуя. А ты знаешь факт, что ты с минетом можешь забеременеть? Брат, это ты, блядь, больше что, блядь? Нахуй тикток будет. Как нахуй? Надо проглотить нахуй до самого живота? 5% что ты девушка забеременела. Успокойся. Что за хуйню пиздишь, блядь? Сука, что ты несешь? Нет, вот прочитайте нахуй. В тиктоке, блядь, его видео? В интернете написано. Какой нахуй с меня надо забеременеть? Ты знаешь, как беременеть вообще? Что нужно для того, чтобы забеременеть? Когда она меня делала, только ее жопу ебут, наверное, сзади. Желудок никак вообще не связан, блядь, с нахуй. Ну, там написано в интернете, что 5% брат, на заборе хуй написано. Забеременела. Слушай, брат, если подруга даже пролотнет твой белочек, он не попадет туда, где, ну понял, матка, которая провоцирует беременность. Пчелиная матка. Твой белочек попадет в желудок и перетравится, и получит полезные минералы для кожи. Чего? Сперма имеет очень давай, Зима, накорми сперму, он будет ходить, потом... Он так уже ходит, блядь, походу уже наелся. А ты знаешь, что в бассейне плавая можно залететь? Да, интересно, что Максу снится по такие разговоры? Шонтует. Я бы разогнали, жвасты. Ебать. Куда мы летим, нахуй? Там ему похуй, что там пробки. Ебать, что за хуйня мы сейчас... Хорошо, уже 20 минут. Нет, он спит. Опаздывай. Еще строго. Какая, блядь, крышка? Масничек, блядь, на Need for Speed. Ладно, Азим, если малая презервативы делает мне, то это можно целовать? Нет. Так это же через резину. Все, ты хуй настолько рядом, что я ее целовать. Если тебе девочка сосет, вообще никогда не будешь больше целовать ее? Блядь, зачем? Ты менять будешь постоянно девочек, нахуй, или что, из-за того, что не тебе сосут, блядь? Да. Ты будешь хуй, не рядом, я радиоактивный, не урановый. Или, ну, мой его, блядь, чтобы там целовать ее, ну, ебать, такой... не знаю. А если бы девочка меня сосала, допустим, потом захотела тебя поцеловать? Такой Азим, нахуй. Не культурно, а вы что, блядь? Соблазнил на меня, потом твой... Ах, ты ж грязная шлюха, блядь. По центру города, блядь, стоите. О, Макс. Да, доброе утро. Макс, доброе утро. Меня с гандонами любез. Чиок. Меня с гандонами любез. Без. Секс с гандонами нет? Без. Ебать. Это отношение. Не, ну есть еще разные виды контрацепции. Есть, допустим, девчонка может пить таблетки. Противозачаточные, но их надо пить. Какой тип несется в наушниках, они... ебать? Смотри, микрочипс. Мэлиас, нахуй. Они влияют на гормональную систему женщины, и они могут вылезти жопой, если ты будешь их неправильно пить. А от секса можно раком заболеть? Ебать. Можно только раком. Блять, Азим, это пизда кота, нахуй. Бля, просто понятно, интересно. Почему ты письки боишься, блядь? Ты скажешь, мы раком не заболеем, если трахаться будем, малая. Мячен мёд. Заболеешь. Чего? А чилвер? Чё там, блядь, уже? А куда он выезжает, блядь, если там нету выезда? Там машина какая-то. Я ему сейчас выйду. Бита на сосиски, блядь. Бита на кого? Суета, бля! Ой, там какая-то малая несется.
Открой нахуй дверь, блядь. Чай будешь? Угу. Дайте чай ему. Бабу тебе с сосисками. Мы приехали, кстати, уже. Что, ты, Максимович, выспался? Угу. А что, до утра не спал? Угу. Он спал два часа с беса... Кошки. Я к тебе справлю. Кухан. Я тебя справлю? Эф, ну да, тут, наверное, будет падать и нет. Ебать, там чуваки, знаете. Согласен. Согласен, выпил, блядь. Такой бездомный. Не, у меня другое. Я костяна не пил. В смысле, у тебя мы с Ломой домой зайдем, и злой уже запустит. Без сахара. Ебать, что это, 3 часа стрим, блядь? Я ебанулся, что ли? Это новая еда? Это, полиза, это полиза, уже можно было... Наши, какие пакеты? Впереди. Ай! Ишкан, Денис? Ишкан, Денис? Тащи куляр, братик. Тащи куляр, чипс. Спасибо, родной. Где тут мусорка несет? Можно было уже 2K задебашить. Да успеем еще. Мне нужен перерыв от газа. Срочно. Небольшой. Возьмешь? Бурда. Ну что, ебать? Понеслась? Пойдем. Грязь нахуй по-другому. Пойдем. Вы готовы готовить, пацаны? Да. А ты? Я готов. Ты будешь с нами, блядь. Skyline Residence, нахуй. Тут живет, нахуй. Кто хуесос? Скажем, Бомонти, палец вверх, ебать. Палец вверх, Бомонти, нахуй. Бомонти топ. А где у нас? Все, мы встали, нахуй? Все, да. Шеф. Шефа нет. Все, тебе расскажешь, как ты про шефа переживаешь сюда? Что я делал? Про шефа переживаешь. Как? Подожди, нажимай. Скажу, еду. Почему вы не нажимаете? Чтобы они ехали. А там много их? Да, там фул. Не нажимай. А чего не нажимать? Прикиньте, вам Азим запретки на турецком появят. Да нет. Что? Спина болит, я так всю дорогу спал. А что вы купили, что такое? То, что мы купили. Все, чипс, ты пиво взял? Да, где, блядь? Закажем. Хочешь пиво? Закажем. Сейчас закажем. Что, корона? Да. Корова. Сзади. Не корона, бро? Не корона, бро. Скинь. Можешь прокричать? Бомонти! 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 Платная услуга, на. Кибери, допс, допс, ес, ес. Пиздец, он столько выжрал, нахуй. Я ничего не ел, не обманул. Сейчас Лэба говорит, мы будем готовить или дрочить друг друга. Я за оба варианта. Мне похуй. Сначала поготовим, потом будем дрочить. Опа. Чего, блядь? Осуждал. Меня? С водкой, да. Вот. Вы чё, ёбаный урод? Согласия не давал на это хуйню. Не подписывал бумаги. Бумаги? Сегодня... Женёвская приезжает. Женёвская приезжает? Да. А во сколько? 10:30. Так чё? Так Ваде его встретил. Нет. Да? Сам сказал. А, нет, он Илюху. Он Илюху встретил. Он Илюху уже приехал. Да? А кто его встретил? Слэй, почему тебе хоть пахнет спермой сюда? Чем пахнет? Спермой. Потому что кончали здесь. Днями, ночами, днями, ночами. Люби меня днями, ночами. Сейчас, пацаны, нам надо подготовиться. Ай-яй-яй, вот она, блядь, Бурмалда плейс. Чугунда, сори, Бурмалда, фу, Чугунда, топ. Вот тут злой крутил жабок по 10 евро, ему выпало 70 тысяч, и он такой, вау, ебать. Все, пацаны, блядь. Бля, у меня самый популярный клип, это твои заносы, блядь. Ебал тебя жопу, нахуй. Чем мне радоваться, блядь? Ебан. Че с рулем, блядь? Что ты сделал уже? Ну же перевернулся там. Так, нам надо подрубать и готовить. Йосип. Не удивлюсь, что у него пароль тоже Йосип. Йосип. Силфакс. Знаешь, да? Не показывай. Давай. Я делаю штаны. Ебал, блядь. На козырь. Пароль знает все, блядь. Сейчас, подождите. Сейчас. А как ты его дал пароль? Так он знает его. Стой, не заходи никуда, главное. Я ничего не показываю. Айсберг. 180 евро! Бля, а что это за евро, слышишь? Это уже всё. Все, братик, их нет, нахуй. Какой собаки? Откуда это стоит? Нет, не собаки. Артур, скажи, что не собаки. Я не знаю, брат. Ну, давай, делай грязь. Давай, делай, бурда. Да нет, ну... Бери, заебал. Покрутить.
Минус 180. Надо было тараканов прибить за 150. Нет, ну вопрос прикрутить. Ясно. Там крутит, видишь ему, вот. О, без стрима не работает, без стрима не работает. Да, на фантике играет, блядь. Ничего страшного. Кто не видел твоего питона здорового, нахуй? Люби меня днями, ночами. О, и чем если на четвертом падать будут, я тебя ебал бью. Ну, не упадет, не переживай. 2 евро есть? Индусать. Бля, если бы сейчас была будка. Если бы сейчас была будка, то было бы пиздец, нахуй, подкрутка. Сори. Сука, походу без будочки. Ебать! Артур, Максим! Ебать! Ебать, Артур, иди сюда, Артур! Блядь! Линия будок, блядь! Максим! Ай-яй-яй-яй-яй! Это два спина, да, еще? Да. Да я ебал там все. Где долбоёб? Алло! Алло! Максим, долбоёб! Максим! Да не, какой Максим собака? Иди сюда, блядь. Иди сюда, тут за нос. Посмотри на это! Смотри. Посмотри будки, нахуй, Саша! Чего, блядь? Сука, короли поставила. Ебать, а хули? Нищие хуесосы, блядь. Ищи мне собаки закрыть. Закрыть! Закрыть! Ебать, нихуя дала. Это миллиардер из своего. Все, на выход. Не-не-не. Ну куда? За 450 пробивных. Да не надо, пробивных. Давай, пробивай. Похуй, один раз живем. Блядь, ну ты крестёныш, блядь. Ну, давай за 150. Да похуй, я... давай за 450, нихуя. Костян просто вообще инту сделал, блядь, на твои деньги. Дефолт, брат. Сука. Надо было 150. Какой дефолт, блядь? Да тут дефолтная хуйня эта, сука, никогда не падает. Еще дает, блядь, 6 долларов. Ладно. Все, дай встань. Блять, так классно все было. Блять. Вот всем бы так жить, ебать. Просто нахуй. Чипс, блядь, нахуй, бонуска полетела, пробилась, нахуй, и хуй в рот упал. Я не хочу, блядь, я хочу в приказик играть, суки. Люби меня днями, ночами. Нахуя ты вот это разыграл мне, интерес зима, блядь. Пиздец, блядь. Бля, у меня тоже интерес разыгрался. Я думал, что мне нужен перерыв, но типа я сделал перерыв пару часов, я уже хочу ебашить казик. Походу, я лудоман все-таки. Так делай его, делай. До завтра постримим казик уже. Ну все, типа, один стрим и реал, можно полгода казик выебать. Как им идея? Потом опять один реалчик. Сосиски. Да, запускай. А у тебя масло было, оказывается. Да? Все, давайте. Лол, рейд взлому. А где Макс? Все, успеть ставить. ББ. Бля, ты в доту играл у меня, да, когда я уезжал? Ты поиграл так охуенно в доту, что я, блядь... Я не своего аккаунта играл. Все поминены. Да. Я на своем играл, вот, можешь... Все клавиши поминены, я нихуя не понимаю, что происходит. Я не играл на твоем аккаунте. Сейчас, короче, спасибо за стримулю, блядь, 3 часа нахуй что-то поделали, блядь. Ну, в принципе, не хуй. Давайте, сейчас будем злого готовить, блинчики, зарядите злого, блядь. Два туалета? 7 до завтра. А, завтра, наверное, казику ебу. Может, сейчас вечером казику ебу еще посмотрим. По ситуации. Давайте. До завтра, либо правда, до сегодня. Название, в ТГ подключайтесь, там будет новость. Название надо поменять. Мне. Все, рейд идет? Надо было поменять, сейчас поменять еще обратно просто. Короче. Так, все, ребят, давайте...